О, ребят, покер, я умею в это играть. У Софи тут на столе тарелки. О, ребята, покер, я отличный пас, Дина. Такое, спасибо, такое Леонид. Не нёрфит. Валета лишнего не найдется. Как в покер вообще играть? А, тебе вроде нужно просто ждать комбинации и менять. Дин, тебе не нужен лишний валет. У меня я пустила Бьерн. Ох, Вика, не сыпь мне сон. Жопу ставить будете, нет? Вот кого надо было на покер звать. Я решил не ставить, я решил не ставить. Нифига себе. Сейчас будет. Я слышал, обезопил жопу. Сейчас будет маф. Оркады. У меня никогда не будет мафа в этом лобби. Как же это замечательно, я вовсе не сгораю от этого факта. Мне почему-то шрифты съехали с этим при загрузке. А, я мирная. Доброе утро. Да я много играла в свое время в эту игру. Доброе утро. Ой, сейчас проверю, вдруг будет запасной уголь. Жесть, я боюсь этого корабля. Жуткое освещение. Да, да. Классно, да? Этот корабль просит крови, если честно. Воу-воу. Я все закинул. У меня есть запасной уголь. Поплыли. Алло, слышь? Завела. Еще два угля закину. Первый уголь не воруйте, пожалуйста. Да, первый уголь. Я, капитан, я бегу, сейчас встану. Нормально. Я, капитан, этой посудины. Полный вперед. Натаха. Меня слышно. Капитан, не забывайте шифтовать. Да, надо сразу идти за медведем. Какое с материться приравнено сгоранию, ты офигел? Я вас врач, опи и траву мне, я вам сделаю противоядие. Ага. Жесть, как он красивый. Передала скрин. Нет! Я застряла под кораблем, спасите! О боже, я выбралась, все в порядке. Я выбралась, все в порядке. Она выбралась или нет? Я выбралась! Ты что, не рад этому факту? Не-не-не, я просто тогда не замедляюсь. Как красиво волк смотрит. Да, так, он приятненький. Я пойду налево, наверное. И было бы смешно, да? Корабль, так, Бейл побежал налево сразу. Стопудово он залутал уголь на священнике. Конечно. Дим, ты уголь забрал, да, на священнике? Да, это не Бейл, я подумал. И кости беру. По привычке. Ага. Тотемы, да, будешь строить? Не-не-не, я это так не могу. Закинь сразу уголь на корабль. Я думал, что это Бейл, но это Дим Дангар. Беру на корабль. Да нет! Ну в смысле, а чего ты тогда уголь с собой таскаешь? Бьорн, ты собирай уголь в свою бочку, окей? Понял, хорошо. Я тоже, мы с тобой собираем уголь. Да кто, боже, кто забрал уже уголь? Вон там кекс шустрый. Кекс! Давай. У меня бочка. Я могу собирать, у меня бочка. Ладно, Бьерн, возьми ты. Бьерн, давай сразу закинем, чтобы подальше проплыть в первый же день. А, чего еще раз в первый же день? Чтобы подальше корабль толкнуть в первый же день, можно закинуть сразу. Ну, у меня пока два угля. Мне нужна... Кинь его тогда мне, а сам пойдешь за следующим, чтобы в бочку, ну, типа это... А я продвину пока. Так, а как скинуть? Возьми бочку, ЛКМ, и ПКМ в инвентарь, и потом из инвентаря выкидывай. О, отлично. Вы что, учите Дину, блин, выкидывать уголь? Нет, она просто дала уголь, а теперь вот на... О, а теперь Бьерн сдал уголь, отлично. Все, пойду продвину. Так, ну что, я ищу ресурсы. Дина, мы верим Дмитрию или нет? А мы сейчас посмотрим, если он не продвинет, то мы его придем и убьем. Жесть, Дина, вашей подзорной трубой? Да, запинаю. Боже мой. На стороне Зины мой топор. Уф. Ладно, какой уф. Вы что, дворф, что ли, Властелин колец? Дворфы из Властелина колец могут пары использовать. Блин, чат, я так давно не играл в ДХ. Ой, я подумал, это кекс, а это камни стоят. Ну, в смысле, горка просто похожа на охотницу.
смотрите чат. Вы можете ходить по другим стримам, смотреть, кто там кто, но только не пишите в чате, окей? Чтобы не палить. Так, ладно, у меня... Так, у меня бы шестереночек еще, если честно, чтобы себе сделать топорейшество. И бочку. А, я сундук оставила там. Так, ладно. Пам-пам-пам-пам-пам. Пу-пу-пу-пу-пу. О, может быть, шестеренка здесь найдется. Заварю как копейку. Мне интересно сейчас, за кого вы болеете? О, нормально. Знаешь что, я сделаю все-таки погромче, чтобы подслушивать их. Вот так. Ну, вроде Вика про похлебку что-то говорит. Так, эти гвозди я, наверное, не буду брать. Всего 3 гвоздя. Вика говорит что-то про похлебку. Это звучало как-то по-мирному, как будто она реально хочет собирать на похлебку. И так далее. Так, Бейл ведет корабль. Нормально, продвигает. Я пойду еще корабль подкормлю. И лучше убивать всех тюленей, которые вы видите на своем пути. Так, у него было 4 угля. Нормально ли он провел его? Ну, какой библитумп, чат? Или мы, или тюлени, понимаете? Здесь третьего не дано. Это жестокий мир Дредхангер. Так, сейчас я сделаю противоядие. Так, несу еще 2 угля. А, я пропустил. Блин, я не услышала, к сожалению. У нас какие-нибудь подозрения есть? Там, доктора, там один, вот этот спирт и... Я схожу тогда. Ой, я схожу назад тогда. Так уже холодно. Не надо сейчас идти, уже холодно же. Да-да, днём. Днём пойду. Я сейчас пожарю 3 куска мяса. А ты уже что, проголодалась? Верстак занят. Нет, это на будущее. Ну, чуть-чуть поем. Дим, а чё это ты с Костью ходишь? Я хочу положить. Жилку найду, что могу сделать. Так, если что, у меня будет 2 противоядия. Обращайтесь. Кого мы подозреваем на данный момент? Ну, мы с Димой протолкали корабль, хорошо. Я, короче, на этом, в таких 2 косточки скинул, если что. Отдать Софию? Наверное, дам. Опи, да. Блин, растопите кто-нибудь печку, замерзаю прям вообще. Давай, жесть. Давай, готово. Соф, у меня есть хуй. Еще опи один. Дайте не, там. Можно и внизу, я сейчас забегу. О, давай, кухню. Давай. Надержим. Спасибо. А он не отравлен? Неа. Хорошо. Хорошо. Просто поверила мне, да? Нашел еще один тут. Так, у меня есть 2 уголечка, можем протолкнуть корабль. Чуть-чуть. Да мне кажется, лучше утром. Где? Да, а где? Где? Возьми. Слушайте, а кто собирал сейчас справа на суше, собирал уголечек? Дима, по-моему, спрыгивал направо. Дим, ты тут? А в смысле, где? Я ну, тут. Справа чё? Ты собирал уголек, да? Вот, ну да, я справа только что пришел. Ага, ты собрал там уголь, да? Да, 2 угля у меня. Угу. Так что, можем сейчас проплыть немножко. Тумана нет, ничего нет. А 2 мало, 2 мало, не успею. Так у меня еще 2. Ну у Дины же еще вроде есть, да. У Дины еще есть. То есть у нас 4 в сумме. Ну что, проведешь корабль, Дим? Ну давай, сейчас. Я гвозди сделаю на всякий. У меня лампа есть, я тебе поставлю, не замерзнешь, нормально. Ну вот я и хочу сделать гвозди, и давайте положу куда-нибудь. Доски есть, вот. Давай мне, сюда. Я возьму. Если что, заделаю. Так, с нами ты кого нет? Бьорна, Вики. Короче, я не против, я заделаю. А что у нас, кстати, верстаки кости лежат, такой вопрос. Это ну, я сделал гвозди. Ты готов вставать за штурвал? Гвозди? Давайте, только говорите, я встал за штурвал, только говорите, куда будет, потому что там не видно. Давай, я сейчас встану на нос, буду смотреть. Ну, на нос, да. Я тебе кинул лампу под ножки, чтобы ты согревался. Так, чуть левее возьми, чуть левее. Сейчас прямо идем. Нормально. Сейчас прямо идем. Чуть правее. Блин, хотя подожди, я там... Да, правее, по-моему. Сейчас прямо идем. Чуть левее. Вот, я перебирала. О, уже светает нормально. Держимся прямо. Так,
чуть левее. Блин. А Power Muff, наверное. Ну, иначе чем объяснить? Дим, ты тогда возьмешь на себя похлебку, ладно? Да-да-да. Дим, на лампу. А да, оставь ее. Хотя ладно, давай. А, ну окей, я ее там оставлю тогда. Да, пускай. Да, так, кекс, Вика, кекс, Вика, Аркадий. И кого еще с нами не было? Блин, они, наверное, кстати, на медведя пошли, может быть. Да зачем так рано? Думаешь, они могли? Ну, типа, орк же говорил, что они пойдут на медведя. Надо смотреть. Дим, ты тогда сварганишь похлебку, Дангар? Да, 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 я вот бегаю. Ага, сливаю, спасибо. Сварю. Блин, я, кстати, не согрелась. Вот тут еще труп тюленя, вот тут есть. Вот тут. Нужна кому эта металлическая жилка, как-то. Он не один валяется, но... Что? Несколько... Металлолом скинь, давай я возьму. Я все равно буду давай собирать. Вот. А, нет, такая не нужна. Так, ну пока мы нормально провели корабль. Тут я лутала уже. Я хочу сходить вот в ту пещеру, я там кого-то видел. Туда Вика с кем-то уходила. Блин, жрать охота, капец. Съем, наверное, кусок волка сырого, чат, чтобы не помирать от голода. Ну, хоть чуть-чуть, да? Шкура мне понадобится, нет? Вряд ли я две жилки где-то наковыряю. Иноски убили, ну да. Я надеюсь, что Дима насобирает на похлебку, но на всякий случай лучше подстраховаться, потому что не знаешь, кто здесь кто. Никому нельзя доверять. Четыре человека вообще не вернулись на корабль. Я не знаю, карта маленькая. Какая... Ну, где вы... Вика, где похлебка? А? Где похлебка, Вик? Примерно вот там и... же, где еще 8 угля. Ну, ну просто... Да, еще... Ну, 8 угля и 10. Ну, просто мы уже умираем от голода. Настоящая мудрость, она говорит. Блин, ну... Это ж так не работает. Подозрительно, не знаю, не знаю. Блин, знаешь что, я возьму кость, чат. Мне нужен лук. Смотрите, мафы ничего не используют. Получается, это кекс. Правильно, думаю. Да? Я думаю, это кекс. Дай-ка я послушаю. А кто за рулем? Я. Опа, за рулем. Ладно, там деловые обсуждения у них происходят. Тут никого. Сбегаю, наверное, на заброшенный корабль. Серьезно? Раз Вика сказала, что у нее 8 угля, значит, они до заброшенного точно дойдут. Есть тут кто? Туда блутано. О-о. Получается, Вика мирная, да? Две косточки и жилка на лук, правильно нужны? Чат. Все схавано. Опиум, возможно, отравлен. Ох ты! Тварь. Тварь, все, я пойду лучше на корабль, перестрахуюсь. Ребята, тут мясо каннибалов съедено, тут мафы побывали. На корабле или где? На заброшенном корабле. Опа. Это кто сделал? Я его убивал.
Передержала. Тот, кто на корабле, его передержала? Нет. Да, передержала. Нет, нет, точно да не передержала. Да передержала 100%. Смотрите по повреждению, нет, там понятно будет. Это точно нет. Вика, а покушать у нас где есть? Где повреждения? Это взорвали, я не могла значит, передержать. Значит, кто-то накинул. Так взорвался бойлер. А у нас нет, сколько дырок? Я не передержала, это точная нет, инфа. Нет, я говорю про это. Типа, что значит посмотрите на повреждения? Бойлер взрывается в любом случае же. Ну, я там же вроде больше, Дим. В смысле, если ну, передержал? Да, нет, одинаково. Да. У нас, не может быть. Походу, порох подкинули. Не знаю, я в этом не уверен. Ребята, а поесть у нас есть? Есть. Он гарни пускает на кухню, он готовит. Он сейчас приготовит, и я потом еще приготовлю. Не каннибальская? Смотри, подойди, пожалуйста, на секунду пока. Кекс, а где ты был? Видишь, тут дверь сейф. Я дверь взяла, я полностью пустая. Все хорошо, он не Амогус. Там просто оружие. Дангар не Амогус или кто? Или Кекс? Блин, а я что-то вроде находил. Со мной всю ночь был, мы добывали мясо и уголь. Стоп, ага. Не заходите на кухню, не заходите. Кекс, выйди, пожалуйста. А, возьми, Вика, все это мясо. Возьмите его. Сейчас, сейчас, давай. Ну смотри, я Вика, вы провели ночь вместе, у нас вообще никаких амогусных действий не было. Где мясо? Может быть, Кекс просто боялся? Всё, вот, это еда? Там... Аркадий с Бьёрном где-то. У нас капитан, поднимись наверх, посмотри через подзорную трубу. Кекс, а куда ты мясо делал? Там не видно. У меня подзорная труба, там не видно. Вот здесь, вот там лежит. Кто-то внутри корабля закинул порох. Кто-то порох закинул. А кто были в этот момент? Смотри, я готовил, стоял, я точно закинул. Я у двери был за... как раз. Дима, Вика. Я пошел. Почему? Мы пошли к тебе на кухню разжигать. Я думаю, это Бэйл. Вика, дай покушать. У тебя возле двери. Ну, сейчас все, довариваю, буквально 5 секунд. Могли заранее закинуть? Нет, порох могли закинуть заранее в незаведенный корабль. Кстати, да, точно. Дима, а помнишь, когда мы плыли? В незаведённый не могли, только если завести его с одной доской. Мы до этого плыли, могли закинуть. Что, можно ждать? Покушать, да, возьмите в плите, покушать, кому не хватило. Есть у кого-то одна жилка, я хочу лук сделать на медведя. Граждане. Ага, вы циферки ввели, да? Да. Вы что, хотите оружие куда-то? А осталось три цифры. Нужно еще. Я свою исправила. Там неправильные цифры стояли, если что. А кто-то мою цифру помешал. Ребята, поменял. Ни у кого нет жилки. Вторая шесть. Тут восьмерка. Короче, Бьёрн с Аркадием где-то далеко. А разве у кого-то скорее нет всего, трубы? Да. Поменял цифры. Кек, держи трубу, Кек, развлекайся. Возьми. Цифру? Развлекайся. Я может быть, нечаянно поменял. А окей, не хорошо. Кирилл пошел развлекаться. Ой, с трубой. Если бойлер подкидывает порох, он взрывается сильно. А если перегреваешь, там не сильно. Слушай, у меня, подожди, у меня вот блин, ребята, уголь, две дырки было. Вот две дырки — это от чего? Это появится? Точно не бочка. Вопрос должен появиться, его, да. Нет, у меня это уже порох? Нет, я его скинул. Или он бойлер? Он появлялся, по-моему, я так сделала. Но можно что-то туда кинуть? Ключ, например, не знаю. Да чать, никто не помнит, что, блин, все давно не играли. Нет, ключ нельзя кинуть. Оружие тоже. Доску. Ребят, я 100% не перегревала. Дангар уверена? Сделал хорошую похлёбку. Я уверена на 150%, просто, что я не просто, перегревала. Вот подожди, технически даже, если типа подкинули порох, то он рвануть мог только через большое порох. Количество времени. Да. Через большое зависит от количества пороха. Не-не-не, я понял, я говорю про другое, что он был подкинут довольно давно, то есть когда вы только завели, то есть когда Софа завела, его уже если подкинуть много пороха, а тогда он взорвется шли. Быстро. Немного, я думаю, подкинули до того момента, когда второй раз... Ну, Софа, расцвет, расцвет, пойдемте, расцвет, пойдемте, расцвет. Да, ладно, пойдем. Я думаю, это что Дина была. Дангар, меня не было на корабле, когда он взорвался. Когда ты убегала, когда мы первый раз плыли, ты была, ты закинула порох и убежала. Я так думаю, туда. И откуда я взяла порох в начале игры? Я сварю еще похлеб. Я нашла его на корабле, видимо, да? Нет, ну Дин, ну ты не была на корабле. На корабле был я и Дима с самого начала рядом, а ты дальше убегала. Ладно, Дина, просто Дина, забей. Ты хотела жилки, надо тебе? О, я только что нашла жилку, я себе сделаю лук. Я думаю, это Дина, потому что... Но что? Бьёрный орк. Нам потому что просто так, например... Бьёрный орк... Кто-то один был у нас на корабле, не было ни Бьёрна, ни орка,
Я поняла, нам нужно идти на ребята, нам нужно идти на медведя, потому что следующая ночь день бури. Сейчас я стрел сделаю, подождите. Они несут этот взрывчатку. Они взрывчатку несут, ребят. Они несут ее к айсбергу или к кораблю? Короче, Дангар сделал хорошую похлебку. Мне кажется, это Бейл, потому что Бейл что-то мухрюшит. Вместо того, чтобы разбираться, он нормально играет в игру. Вместо того, чтобы разбираться, он что-то тратит время и так далее. Я тут, я сейчас стрелы делаю. Ты где? А ты мирная? Да, я мирная. Что такое? Какой вопрос, Кекс? Какой вопрос? Опа. Кекс. Опа. Что было? Почему они взорвались? Что происходит? Дим, что там? Вик, что это за взрыв был? Что это было, Дим? Да твою мать, кто? Я не знаю, я слышал сдох? Взрыв впереди. Ладно, я пошла на корабль, узнаю информацию. Давай, давай, давай. Кто бежит с корабля? Блин, трубу отдала Кексу. Кто бежит с корабля? Кекс, и Кекс, рассказывай. На меня, потому что нас заметил, Кейк, и а? Рассказывай, кто умер? Бьорн умер от медведя. От медведя? Кирилл, а нажми, пожалуйста, Си. Да, ой, тут меню какое-то открылось. Сейчас, подожди. Вот это тотемы, да, надо ставить? Софа, ты на корабле? Софа! Что? Так, на кого вызвали? Буду их на позитиве, это поможет? Сейчас я открою Бьорна. Сейчас я открою Зачем Бьорна. Зачем открывать? В смысле, так он разве не хороший? Ну, ребята его подозревают вместе с Аркадием. Я не знаю, стоит ли его кого пускать до обсуждения. А почему нас подозревают с Аркадием, если мы занимались нитроглицерином и убийством медведя? Но с убийством медведя все пошло не так, потому что они больно бьют, оказывается. Софа, а ты что на корабле сидишь? На корабле, чтобы порох не закинуть. Раз. Ладно. Кто-то должен оставаться на корабле, чтобы его не взорвали. Ну, не видите, развернули. Тут совсем по-разному мне играют. Мне нужно оставаться, ну, на корабле. Так как я должен, мы обычно играли. Ладно, похер. Если я буду его открывать, то меня убьют. Ребята, на кого был призыв? На меня. Именно на Вику, да? Да, да. На Аркадия, ага. Похоже, очень. Он дальше находится и не пошел. Принято. А кто от нитры взорвался, Дин? Я не знаю, расскажите, как умер Бьорн. Бьорн умер, это был взрыв нитры. Каким образом он умер? Нет информации? Ну, короче, мы бежали здесь проверить, лутали они тут или нет, ага. И услышали взрыв. Дима сказал, что это нитра взорвалась, и медведь далеко там ходил. То есть, может, они пытались взорвать медведя нитрой? 41 атомный номер. А ты... Ну, я, если что, бегу, на капкан. Не, Кейк все правильно делает. Бьорн сказал, что он умер от мишки. Ой, вы сейчас... Да стой, стой! Сбросил ловлю. Сверху стреляю! Кажется, наверху нитра! Кейк, уходи оттуда! Уходи от горы! Куча. А, это ты? Все, нормально. Иди спускай тогда нитру нам. А меня поднимите, пожалуйста. Мы сейчас тебя положим на лежанку, все нормально будет. Нам нужна Софа с лечением, она на корабле сидит. Так, окей, все. Вика, Дангар, Кекс, я мирный, четверка мирных. И Бейл, он нитру нес, он пытался медведя нитрой убить. Нет, Бейли я не верю. Пойдемте на корабль. Сейчас я мясо долутаю. Погодите, не уходите, пожалуйста, мясо. И тут ваши стрелы, не хотите их забрать? Да. Тут мои 10 стрел. Сейчас возьму, потом тебя отсыплю. Давай. Сука, стреляют! Кто стреляет?
Вик, давай скорее, по нам стреляют, нас сейчас убьют. Да забей на... Вик, забей на мясо, нас сейчас убьют, дай я стрелы заберу, Вик. Ты прикалываешься? Вика? Да, стрелы. Меня слышно в игре? Забирай, все, я забрала мясо, забирай. Че истерить-то, пойдемте. В смысле, медведь пропал? Вика! Медведь исчез. Я забрал, я забрал. Он забрал стрелы. Вот. Окей, okay, отцепь, пожалуйста, стрел. Ребята, есть покушать, пожалуйста. Кекс, сейчас сделает. Кекс, отцепь, пожалуйста, вот стрел. Тут у нас корабль, на корабль рядом. Кекс, меня слышно в игре? Там, пойдем, ангар, корабль рядом, пойдем. Ну, у вас есть покушать, меня да? Не слышно? Так, босс есть, сейчас свет разогреем. Это где выстрел был? Надо только быстрее разогревать. А я сейчас упаду на этом корабле. Разожгите, стрелять, пожалуйста. Надо. У кого есть хоть одна доска? Ладно, я падаю. Окей. Сейчас разогрею, сейчас разогрею. Я сплю. Так, я разогрел тут. Кекс, я скинь, пожалуйста, играла. Моих стрел. Хотя бы сколько-то. У меня было 10 стрел. Ну, я парочкой промазала. О, мясо, у меня 15 мяса. Я не понимаю, вы можете проверить, меня слышно у людей на стримах или нет? Я сейчас сделаю перекус. У меня 3 куска будет. Ты человечину добываешь? Не-не-не, волка ем. Тут волк. Просто мы стоим, по нам стреляют. У него будет 3 мяса, можно будет взять еще 2 и сделать 2 порции похлебки. На похлёбке нет времени, у меня вообще жизнь уже все. Окей, Кирилл, отдай мне, пожалуйста, часть стрел, если ты меня слышишь. Ты нарочно? Сколько стрел? Часть, хотя бы сколько-то. У меня было 10, хотя бы часть отдай. Каких 5? Их всего 5 там было. Вот 2. Вот 6. Их было 6 штук, да. А, одна зарядилась. Да. Они же еще не все возвращаются, не в полном объеме. Должны в полном. Так ты не дал все еще. Нисколько. Они вот здесь, вот здесь. А, ты их внутрь положил? Спасибо. Вик, а ты еду пожарила? Нет, я делаю, ну, похлебку надо сделать. Я могу, у меня есть 5 кусков мяса запасных, могу их просто пожарить на перекус, если хотите. Я бы один съел, потому что я умираю есть, от голода. Могу дать кусок. Да, чтобы давай, не давай, тратить похлебки. Я сейчас 5 кусков пожарю. Ну, а, лагает, окей, как хорошо. Обычно, войс. Я не знаю, это только у меня, что ли? О, тут, кстати, волк... Там только шкура. Стоп, а ты, доктор, не можешь похилить? Могу. А кто гвозди? Можешь забрал? У меня воткнуть? А гвозди у меня, если что. Я тебе нужны? Я могу конечно, тебе конечно, сейчас. Обратно. Ты пока готов, я сюда кинул 2 гвоздя. Если да. Кто-то Оля, хочет перекусить, оставь, возьмите устан. Мясо жареное иду, в печи. Иду. У кого-нибудь есть одна жилка? Рассвет. Жилка лежит в... Господи, в верстаке. Скарфейс и Кузьма, да, спасибо большое за ресабы. Понял. А, уже мясо день бури? В этом. Ребят, мы проиграли. Да, у нас 3 дня стандартные настройки, поэтому я побежала варить похлебку. Так надо идти за Нитрой. Чтоб она нас грела, чтобы она нас грела, и мы пойдем за Нитрой. А можете кто-нибудь, дайте доски разжечь плиту, есть нет доски? Досок. Я с тобой пойду. Пойдем. Идите за Нитрой, а я принесу похлебку. Кекс, пойдем за Нитрой. Так мне покушать надо сейчас. Бейл же вроде нес не прогнуть. О, отлично. Тогда нам нужен только уголь. А уголь у нас есть? А угля нет, да? Есть ли угля? Интересно, они взяли уголь с собой? А где Вик уголь? А закидывай-ка, я встану. Вик, где уголь, ты сказала? У меня есть 3 угля. И если ребята еще принесут, будет кайф. Я пока пойду вперед, может, тоже найду еще угля. Получается, это Бейл донес Нитру, значит, Аркадий и... И кто? Блин, на нас все твари, на нас все твари накинули. Топай, если что, помогут. Принято. Это была Сопна. Аркадий, получается? Да. Так. Бегут, я танкую. Давай. Мы отобьем. Ой.
Неловко. Говорят, Софа вторая. Софа? Нет, Софа стояла на корабле со мной. Это Добель был. Короче, это не Софа, это Добель был, Дим. Привет, Горький. Наверху, типа? Я здесь. Это Добель был, потому что вон, видишь, где? Да, значит, это был Добель. Блин, это значит, Аркадий через Добеля играет, что ли? Аркадий, а кто еще? Второй раз. Аккуратно, здесь ловушки мои. У меня три угля. У вас есть какой-нибудь уголь? А, у вас нет угля вообще? Я не тру нес, поэтому у меня ничего нет в карманах. Нет, мы до трех. Ребята прикрывали, и мы ночью провели. Мы до трех не доплывем. Побежали за углем. Вы пока плывите на трех. Сейчас я, короче, попробую наверх залезть. Блин, видите чат, я тут еще не знаю, где угольные эти лежат. Ну почему Софа тогда не хотела? Ты за зайцем гонишься, Бьорн? Да, я не получаю. Ну, сейчас, конечно, лучше за углем, а то мы, ну, мы сейчас умрем. Уголь нужен, да? Ну да, это последний день, мы сейчас просто умрем. Сейчас такая же ли гонка за зайцем, тут что нет, да? А, тут я не знаю, где угольные санки лежат, понимаете? Твою мать. О-оу. Бежим отсюда, там волки! Нет, там не один, там стая лучше. Там триггер на волчью стаю. Бьорн, ты где? Бьорн! Через волков, потому что я не знаю, где тут волки, где не волки, я на этой карте не играю. Уголь несу! Бегу! Ребята, откройте, пожалуйста! Ребята, я знаю, что вы меня не слушаете. Три ключа на носу корабля. На верхней палубе. Иду. Нет, мы экспериментировать хотим. Сейчас выпущу. Антош, дай поэкспериментировать. Нет! Ну... Кто у нас ползает тут? Кек, вставай на корабль. Да я стараюсь, насколько много. Стараюсь, приключения нашла, Наташа. Только нам нахуй один ключ. Я завёл корабль. Значит, украли, там три ключа было. Кидай уголь! Ребята, кидай уголь, я завёл корабль! Кидаю. Я принесла еще уголь! Давай, закидывай, все, закидывай быстрее! Я готова вставать за штурвал, сука, холодно! Ты на корабле, Вик? Ты на корабле, все! Плывем, я не вижу, встаньте, кто-то на нас, я не вижу, куда... О, боже! Так меня в бойлере взорвало, я умираю.
Так это пол взорвался, а не Бейл. О, Бейл второй или что? Да, я нет. Не знаю, короче, в порох или перегрев. Вы издеваетесь? Это был... Я принес вам. Ребята, стоп. Я принес вам, сука, не угорь. Убивайте, он принес нитру, да. Угорь принес, а вы? Хватит. У меня индикатор висит, когда порох взрывается. Это ну, был порох. Подлецы. Можете чем-то починить корабль? Меня-то бьет, и почему? Да не, уже три холода, мы проиграли. А, ну да, мы уже умрем. Блин, я принесла еще угля, еще чуть. Чуть-чуть. Мы были так близки. А кто второй Абобус? Я не Бьорн, знаю. Янгар, Орк и Бейл. Либо это Бьорн. Орк и Бейл. А где этого? Ну хорошо, это Софа, хватит. Это не я. Так Орк и Бейл. Вот Орчевод и Бейл. Так Бейл принес нитроглицерин, он ходил, Бейл, он помогал, почему? Он не омогут. Почему да, вы его подозреваете? Бейл меня только что рубил. Он меня только что в бойлерный рубил. Если что. Да это я потому, что... Бил, потому что уже кончилось, все, мы не уже уплывем. Мы уже ничего не сделаем, да. Вот, Антоша, не дал мне поэкспериментировать со шприцом, а хотел проверить, станет ли кейк. Понимаешь, если бы не взорвался бойлер, мы бы доплыли, потому что я принесла угля столько, чтобы сколько бы доплыли. Я устал, я же к нему хотел посадить шприц. А я кто Бьёрна освободил, когда он умер от людей? Я его освободила, потому что он сказал, что он не мог усыпоклялся. Понятно. Блин, Соха, короче, надо было тебе топить печку на втором этаже, и тогда бы все было нормально. А кто это? Орк и Бейл. Реально? Она ничего не поняла. На меня, что я перегрела. А я не перегрела. Я теперь буду знать. Я думал, что это Дина на самом деле перегрела. Я никогда не перегреваю. Так, в простор хотите? Или давай вершину, давай вершину, давай вершину. Раз, когда бойлер я один раз это сделал, ей-богу, один раз. Вершину? Во вершину. Нет. Во по классике вершину. Слышь, как за капитана я трудно давай разжиться лутом. Слышай, дней побольше, сейчас я тебя могу соснуть. Порк, я так, не вершина знаю, смогу ли я теперь куда-то с собой ходить. Вершина — это маяком, который, или которая вверху? Которая вверху этот. Которая вверху медведь. А, наверху медведь. Четыре дня, сколько? Четыре дня, по-моему, мы ставили. Я просто хотел тебе показать, что тебе надо снизить от четыре дня. А я же попросил не стрелять. Не ты, ты не слышал? 4-5. Ну, ты сказал, Софа, не стреляй, пожалуйста. Нет, четыре на вершину, а пять на маяк. Ну, ты тогда выглядел как Софа. Значит, четыре. Блин. Я не помню, кстати, сколько вот эту карту вершины. Тот, я помню, что мы все время проигрываем. Готово. А если ты не будешь выглядеть как Софа в этот момент? Ну, тогда скажи, что... Блин, ты меня запутал. Бьорна, что ты нам не помог, когда нас волки грызли с Дангаром? Вперед! А, так я уже мертв был. А, ты умер. Меня зомби загрызли. Сори, я просто подступ не играла, поэтому я не знала, что там волки в этом ущелье. Мы давно знакомы, Ворк. Чат, про Бейла я, помните, когда... Какая мелочь. Как давно сказала. Может изменить мое отношение. Как предательство и... Что это? Так, ой, у меня кажется, нет, что-то можно собрать. Нет, кажется, полное говно. Нет, две пары. А, валет, дама, король, это ведь ничего, да, да, чат? Если у тебя нет десятки. Да. Пара ничего. Семерок. У меня ничего, пара семерок. Десяточка и девяточка. Да ё-моё! Или тузик и десяточка, или тузик... Ну, уже не победил. Ну да, всё. Сделайте новую ставку, кто победит. А, кстати, мирный или мафы? Возможно. Аркадий, блин! Да, Джесси, у тебя пара выше моей. Вот тузы у кого были. Давайте мафы. Ну, постарше, постарше. По верхней. Понял. Ты вообще хз, как это работает? Я никогда не буду мафом.
Берн, поздравляю, тебе выпал Амогус. Да, почему? Но я никому не скажу. Амогусы, спасибо. Амогусы. Ладно, Соф, тебе нужно поработать над освещением здесь. Почему? Слишком грустно, все красно. Там красно, это просто нифига. Просто она очень, ну, добрая. Поэтому у нее корабль, который просит крови, да? Бурн. Корабль-призрак, да. Сможешь сейчас налево пойти в пещеру и там забрать уголь в свою бочку? Налево в пещеру уголь, вас понял. Покажешь? Я пойду с тобой. Я завожу. Капитан, вставайте, пожалуйста, за штурвал. Натаха, ты тут? Натаха. Давай. Капитан, вставайте за штурвал. Натаха. Да-да-да, я за штурвал. Натах, покажи, где ты ключи оставил в прошлый раз. А, жесть, смотрите, у нас кейк морж немного. Морж? Пожалуйста. Ну да. Я не тянул. А, здесь! Я поплавал. Я смотрела тут. Понял. Блин, ну, в следующий раз буду знать. Дина, смотри, где пещера? Иди по левой стороне, увидишь пещеру. Я там тоже тебе буду кидать. Просто иди по левой стороне, увидишь ее. Думаете, он найдет пещеру? Переживаю. Ну, блин, видите, опять же, мы были голодные в той катке, то есть у нас не было в первую ночь еды, мы искали, тратили время на еду, чтобы не умереть, т.д. и т.п. Если бы повар пришел и приготовил еду, это уже отменило бы проблему. А дальше все как снежный ком накапливалось. Это такая аналитика. Как думаете, капитан заберет этот уголь? Ну, это капитанский уголь. Я не знаю, заберет он его или нет. Снежный ком. А чё, никто больше не пошёл? Они все налево пошли? Я одна направо? Прив. Получи промах. Ой, надо было, кстати... Ну ладно, я в пещере себе ещё налутаю. Так, что мне надо-то? Мне нужны жилки. Я хочу жилки. Шкурка, топор, бочки, ключик. Напролом. Ой, я сюда жилка. Я думал, сейчас ударят в кулака, у меня в кулаке был вот и получилось. Блин, ну прекрасный момент был. А чё это тут убили волка, а не разлутали? Потому что это я убила... Я... Среди нас зверобой, получается. Потому что волк на меня напал, я его убила, чтобы он меня не убил. А лутают повар и хантер. Да, конечно, блин. Дина, вы по-прежнему думаете, что у нас кто-то какая-то командная игра присутствует? Ну, просто вы уже так много часов наиграли, что я думаю... Смею надеяться, что что-то должно меняться. Мне кажется, наша пати, она уже должна на весь Twitch была прославиться своим уникальным почерком. Понимаешь, тут надо сделать небольшое уточнение. Мы наиграли. Я сам им говорю постоянно, мы сколько часов уже наиграли. И где эта командная игра? Так мы не командной игрой славимся, а наоборот предательствами всякими засадами. Дмитрий на прошлом стриме довел Дениса Головгеймс, и тот удалил стрим. О, а что вы сделали? Представляете? Дим, да. Дим, что ты сделал? Я ничего плохого не сделал, как бы суть заключалась, что... Вступайте на мирном. Ну да, но до этого они выгнали меня, сказав, что я мог, не пускали на корабль. Я разозлился. Ну, получается, что они были неправы, правильно? Ну, как сказать? Ты вот как считаешь?
Ну, слушай, я не был Амогусом, у меня было четкое алиби. Они говорят, ты Амогус, мы тебя сейчас убьем. Так я у вас же так всегда говорят, не нет? Нет, там прям говорит, что сколько часов наиграли, как будто с нами впервые вообще. Короче, там была тяжелая ситуация, и министр такой, когда я уже... Дмитрий, хотите пистолет? Пистолет, да. Да, ну возьмите. Ну ладно, не буду брать. Где взять? А вот, в желтом рюкзаке. Так. Блин, уже темнеет, а там у нас это... товарищ Марин, морпех, орк, собери тогда тут мясо, раз у тебя куча слотов и тут много мяса. У меня есть куча слотов, но сейчас я подойду, хорошо, я соберу. У меня есть бочек, но думаю, что не собрать. Мне кажется, тут дело не в предательствах, а просто в том, что игроки не выполняют свои задачи, и поэтому они даже без предателей проигрывают. Так жалко все. А, я знаю, я сейчас открою. Ой, ё-моё. То есть, если бы все выполняли свои задачи, предателям было бы намного сложнее. И с предательствами тут вряд ли получилось бы так успешно выступать. Греемся. О, как лампочка быстро кончается, чай. Как медленно я греюсь. Так, нужно взять шестеренок. И. Блин, там шкурка еще. Ё-моё, сколько опи. Что добру пропадать? Пьем, правильно? Выпьем за любовь. А у меня, наверное, места больше нет, да? 3-3. Придется, наверное, жилку антидота ставить. Хоть и не хочется. Но что делать? Блин, а вдруг я сейчас найду тут жилку еще, и у меня есть ингредиенты и на сумку, получается. И на все. Мне кажется, или быстрее стало темнеть? Игра называется Dreadhunger. Если что, на Твиче... О, реально, все нашла, боже мой. Короче, план такой. Вот так я иду. Так. Я иду, сейчас делаю... Развожу костер, делаю себе сумку. Лампа все равно почти догорела, так что пофиг. Греюсь, делаю себе сумку. Смотри, трупы все разделаны. Это я открывала трупы. Как вы можете заметить, ингредиенты внутри. Я искала жилки. Ну, а зачем ты их открывала, вопрос? Как я только что сказала, я искала жилки. А-а-а. Хорошо. Это я случайно размьютилась. Уже обратно замьютилась. Что-то случайно, то нарочно, блин. Круто упал нарочно. Это нажало. Я просто не понимаю, вы меня то ли не слышите, то ли просто игнорите постоянно. Ну, то есть, я же ответила на вопрос. А как будто не ответила на вопрос. Вот я об этом и говорю, именно за это и намекаю. Всю эту гребаную игру. Так, ладно, там волки собрать, говорите. Да. Ребят, там шкуры были. Там была одна шкура, я себе ее забрала, только что себе сделала сумочку. Орк, возьми, пожалуйста, из волков 6 мяса. 6 мяс, мужик, только 6. На 6 20 надо. У меня больше есть, там уголь есть. Я сама его заберу. Да, этих нету жилок. Хотя ладно, возьми тут 2 угля.
Жилка была только одна. Ну, я возьму, у меня бочка, а вот мясо это уже на бой. Ну, давай я возьму тогда мясо. Возьмите жилку у меня вот эту. Давайте, сейчас, занимайтесь тут менеджментом, я пошла на корабль. Давай жилку, Яна. Я выкинул ее. Я так понимаю, что Бьорн не справился с задачей принести уголь из пещеры. Судя по всему. Знаете что, я сейчас себе сделаю пистолет. Что-то я уголь-то не проверил. Блин, тут ключ еще есть, но я вроде не... Ключ... Спиди, оп! Все еще жду, блин. Спасибо огромное за риса. Так, куда я скидывала? О, он принес. Скриньте, меня убивают за то, что у меня порох через 3, 2. Стоп, а они поплыли по той, по левой стороне? Что? Почему так резко обернулись? Потому что мне нужно проверить ящички. Блин, мне кажется, ты не на то обращаешь внимание, орк. Вот реально. Я знаю. Ну а что? А что? Я хочу... Они уже врезались или что? Умней. Что-то у них там происходит. А куда они плывут? Не, вроде нормально. Да. У вас есть гвозди, ребят? Вот тут шестеренка лежит, у меня места нет. Да, я возьму, я возьму. В лодке. Угу. Блин, а это гвозди... А, я их, наверное, пытался. Надо чиниться, они врезались. Давай, капитан, вставай за штурвал, у тебя лучше маневренность. А это все, да? Кончился. Что с тобой произошло? Че корабль моргает? Доложите статус. Потому что он был воткнут прям в этот... У нас прибежал Доппельгангер Кекса и кинул порох. Кто прибежал? Доппельгангера. Доппельгангер Кекса. Ага, а покушать у нас есть? Разожгите, пожалуйста, плиту. Да, у меня нет досок, можете разжечь? Да, да. Дайте одну досочку, одну. Плита уже горит на полную, как будто кто-то там уголь сжег, если честно. Кто просил одну доску, кладу перед входом. Дайте мне еще доску, я сделаю. У меня есть и у меня нет 2 угля. Ответьте мне на один вопрос. Я убил Доппеля. Что это дает? Ничего не дает. Ничего. Ничего. Ничего, просто ты... Он не смог пошалить. Так, у меня 6 углей, еще 2 угля у Бейла. Нет, 4 угля. Бейл, 4 у тебя, да? У меня угля. Дина, можешь мне уголь скинуть, я контролирую. У меня несколько. Но там порох. Ребята, у меня в голове просто шум стоит, я ничего не понимаю. Доску одну дай. Кто умер? Я. Что случилось? Что произошло? Медведь предатель, на мой взгляд. Я открываю. Сейчас доварю похлебку, открою тебе дверь. Я уже открываю. Дина, я убил твоего доппельгангера. Да? Дина, мы побеждаем? Да, какой вопрос? Можешь скинуть мне уголь, я слежу. Нет, спасибо, я на корабле, я при себе оставлю уголь. А я думал, ты мне доверяешь. Нет. Ты меня отправил за углем, я пришел с углем. Ну, это просто изначальные базовые задания. Ты налево, я направо. Кушать. Наши пути разошлись, Бьорн. Возьмите покушать. Давай. Мясо возьмешь, Вик. Оставьте, пожалуйста, кусочек. А, ты открыл прям так? Я добывал. Дина убила волчара, я мясо принес. Возьмешь? Медведь убил Бурна, да, его уже открыли. Капитан, я пожалуйста, помню, вставайте за штурвал, давайте продвинем наш корабль. Меня не трогали. Капитан, пожалуйста, вставайте за штурвал, давайте продвинем корабль. Кейка, выпусти. Да, я уже иду. Уже Дина, есть смысл мне тоже накидывать? Не-не, пока не надо, по чуть-чуть. Мало ли, что тут было, пока нас не было. Там по чуть-чуть порох, будем. Вдруг он взорвётся. Да. Я трёшечку заправила. Капитан, вы встаете? Да, я уже за штурвал. Супер-супер, уже все завелось. И полный вперед. Я по одному буду подкидывать. Антох, могу отлично сюда уголь кидать? Нет, только в плиту. И уходи, а то я буду подозревать всех, кто сюда пытается закинуть порох. Okay. Я закрою дверь. Опа, Антоха саботирует, предлагает поджигать уголь. Только в плиту, чего? Говорит. Говорит, только а в плиту кидай. Ну, в печку. Орк, принеси мне сюда к бойлерный свой уголь. Я отлично понял, куда ему кидать. Что? Давай сменимся, я просто положу уголь, скажу. Взорвался. Нормально, там, ты же не успел? Это Бурн, ты же не успел кинуть свой уголь, правильно?
Нет, 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 мой пример. Отлично, заводим. Мой мы сейчас починим и заводим а заново. Все, все в порядке. А что это было-то, я не понимаю. Кто-то подкинул порох, возможно, еще заранее. Ну, скорее всего, Бейл опять у нас маф. Ну, посмотрим. Нет, нет, у нас, смотрите, у нас на корабль пришел дупель кейка и закинул порох. Мы успели, ну, у нас закончился уголь, и порох не взорвался. Мы же об этом вам говорили, и что он будет до сих пор в корабле. А, просто там, видимо, все одновременно говорили, и было непонятно. Скинешь свой уголь? Да, только, пожалуйста, короче, дай мне пустую бочку, когда мне отдохнуть. Давай, скорее, скорее. Все, спасибо. Сейчас не могу посмотреть. Ина. А какая разница, начнем? Ну что? Короче, перед взрывом Антоха ушел от дымохода и говорит, следи. И потом сразу взорвалось. Да все нормально, тут выяснили. Не взрывает. Можешь, Бёрнчик, по одному закидывай уголек. Потихонечку, окей, чтобы оно не гасло, но и. Окей, окей, окей. А куда? А куда? Ты смешно, Вер. Очень смешно. Я тоже хихикаю сейчас. Так. На носу спрятала. А я смотрю, вы опять раздобыли где-то ледоруб, да? Да, вот. Только у меня рецепт каждой группы ледорубов. Нет. Так, ну, как думаете, чат полечится? А можете разжечь, пожалуйста? Хотя конечно, бы одной. Сейчас. Так, разжигаете? А у нас все, похлебки нет больше, да? Я закину уголь еще. О. Я пока закидываю, закидываю. Да-да, тут Бьернчик. Блин, я, наверное, пока поэкономлю. Бьернчик, все в порядке? Да, все замечательно. Морг, выйди, блядь, отсюда. Извини, пожалуйста. Я скинул там трава, которая лежала. Антох, можно начать? А почему? Какого черта у нас корабль не движется? Вы прикалываетесь, если у нас корабль стоит? Вы шутите, что ли? О, боже. Бьёрнчик подкидывает и подкидывает. Я выкину это. Так, сори, я отходил. А почему у нас никто не стоял за рулем? Что происходит? Вот этот вопрос. Бейл вылетал, он только что сказал. Дима, Дим, меня твои сиротки замучили, как будто бы они не знают. Нет, нет, они мне писали, не тебе, Антох, мне писали. Понятно. Мне писали, Дмитрий упал в стрим. Ну упал и упал, что делать теперь, что бубнить-то? Подняли, слава богу. Да, да, кекс, конечно, кекс. Конечно. Набери на похлебку, сделай свою охотничью похлебочку. Мы покушаем с удовольствием. Пошла собирать пока что уголь. Дим, Дим, я соберу уголь. Дим. Я соберу, у меня две бочки. Вот что бочки делаю для того, чтобы этот уголь собрать, который никто не собирает. Его не собирали, потому что здесь так, был кто, медведь. Кто предатель? Бьёрн, кто плохой человек? Ставишь? Бьёрн, отдай уголь. Я... Да он инженер, ну, пускай он собирает уголь, блин. Я, я тоже углем занимаюсь. Я верю. Да-да-да. Можешь да. мне скинуть, смотри, чтобы рационально вот не было. Можно это вкратце? А с медведя шкуры не было? О. Очень хочу есть. Кекс, что ли, мав? Ну кто хаш-то применяет? А, так, мне нужно понаделать, знаете что? Мне нужно понаделать. Я сейчас испугалась, что топор уходит, утонет. Мне нужно понаделать этих. Вызвали. Нужно понаделать патронов. Прям к кораблю, что ли? Просто на корабль. Просто нужно, ну, блин. Видите, сейчас нельзя коммуницировать. О боже, бычок! Он прыгнул вместе с ним. Почему? Почему я не залезаю? Это. Чё? Что? Это шутка? Шиз, вонючий шиз!
Господи, Дина, ну, да? Как нет, же короче, тебя, какой да, же ты подожди, шист. Дина, это ты зомби призывала, что ли? Нет, короче, ребят, вы, я не вы призывала тут были, зомби. Вы тут видели, смотрите, кто вот слева направо бежал, это он призвал зомби. И потому что как бы да слева было направо. Это, вот, вот, короче, вот отсюда, вот на этом берегу слева направо стоял чел в длинном черном, достал кинжал, призвали зомби, я бежала, чтобы увидеть, кто это делал. Ну, ребята, вот. Слева стояла я. И я побежала к вам после того, как я залутала ящик. Я не призывала зомби. Давайте разберем эту ситуацию логически. Зачем мне у вас давай. На глазах призывать ребят, зомби, чтобы вы меня видели, и потом бежать к вам? Была, чтобы... Что? Была тишина. Бьерн. Так в смысле, как Анкл Бьорн может быть... точнее, ладно, как Дангар может быть Амогусом, а у нас есть еда? Анкл Бьорн нёс его на... Кекс, ты приготовишь еду, пожалуйста? На корабль и... Короче, я сказала, Кекс, умоляю. Сейчас я посмотрю, что у него в карманах. Короче, меня у него доска, убили, у него доска в карманах. Так, ребят, давайте поговорим ну, сразу. Давай, давай, давай. Освободите. Короче, надоели, только что, подождите. Только у тебя в трупе, если что, ничего нет. Это никого не смущает. Что? Что с луком? Вот я, вот я. У меня только один ключ. С луком пробежал только что. Ну надо да. Корабль, есть гвозди. Так он залутал просто, и что? Так, мой лук, отдайте, пожалуйста, так лука, ребят, давайте поступательно что, разберемся. Короче, Кекс, ты собрал еду? Дангар, ты залутал уголь? Есть инфа. Да все, у нас течь небольшая, боже мой, мы сейчас его быстро зачиним. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Открываю. Богом, если ты начнешь со мной бить тоже, Аркадий, потому что он говорил, когда началась эта тишина. Вы что, пиздились? Я просто обоих умотал, потому что... Все, у меня ключей больше нет. Я не понимаю, что у вас тут происходит. Друзья, друзья, Дангар, ты собрал уголь? Дангар. Где мой... Дангар, пожалуйста, ответь мне на один вопрос. Дангар, подойди, верну тебе лук. Ты собрал уголь? Ты что такой негативный? А где моя лопата? Ты что такое? Вот я меня... не понимаю. Я тебе сейчас все отдам, только ты не будь такой негативный. Кекс, ты собрал мясо? Я же тоже путаюсь. Не понимаю, что происходит. Собрал? А стрелы? Я за гвоздями ушел тоже, потому ладно. Что мы сейчас потонем нахуй. Просто забейте. Просто забейте, я сейчас сдохну с голода. Я пойду, там я тюлень знаю, убивала, пойду за тюленем. Не паникуй. Да не то, боже мой, Дангар, обрати внимание, пожалуйста, на иконку корабля. Она еле-еле внизу покраснела. Понадобится примерно минут 30, чтобы он утонул. Дангар, ты собрал уголь, да или нет? Каким бы я его отдал, если этот как его? Анкл Бьорну. Он может подтвердить, что я ему дал больше. И где Бьорн? Заполненную, чтобы он бегал. Вот, отлично, я получил было? Ответ на вопрос. Ура! Нет, там типа с Диной что-то было, но не так. Да Дина мирная! Блин, ребят! Какая Дина? Ладно, это очевидная сапка. Когда залезешь на палубу, просто скинь я заделаю. Какая логика? Аркадий, а почему не убиваем Аркадия? Не знаю. Так давай убьем. Реально хотите меня убить сейчас вторую жертву? Давай, ладно, забей. Стой, Берн. ГГГ, все, выбирай и ГГ. Так ты мне в лицо выстрелил. Не работает. Господа, я предлагаю... А, ну то есть так это не выходит, да? Тап и Г, пожалуйста, просто попробуй. Что происходит? Почему стрельба? Орк стреляет в меня. Орк стреляет. Орк, пожалуйста, не стреляй в Бьорна. Я не знаю, но он выстрелил. Почему это Бьорн? Я на кухне в печь кладу. Нет, держи при себе, Кекс. Нет, не клади. Может, это будет меня сразу перемотик. Ребята, я дочинила корабль. Кекс, ты мясо куда дел? Ты его положил в печь, что ли? Нет? Молодец, не клал. В печь гвозди положил. А, гвозди, окей. А мясо у тебя сколько, Кекс? Было. У меня есть одно мясо. В смысле, было 7 мяса в печи? Я
Да. Я одну положил. Я думала, у вас тут нет мяса. Гвоздей, я просто несу еще кучу шестеренок. Конечно, и еще у меня 4 угля. Я взяла код. Вилла. Ладно, я умираю с голода, я просто пожарю себе свой кусок. Вот, вот цифру. Так, у меня 3 цифры. Ребят, у меня очень много шестеренок, надо с этого утра идти на с капканами на медведя. Села. Дайте доску, пожалуйста, слушай, доску, говорю, дайте, пожалуйста. Подожди одной доской, мне нужно свое мясо пожарить, и я просто пойду а дальше. Дайте кто-нибудь мясо. Даш, спасибо огромное за рейд. Хорошо, спасибо сейчас Дина рейд, пожарит Даш. Свое мясо, и я буду делать похлебку, я принесла. Спасибо большое, Даш, за рейд. Всем привет. Я тут совершенно не сгораю, в скобках немножко сгораю в Дракхангере. А мы вообще не плывем, да? Мы скоро умрем. У меня 4 Чейк, ты все правильно понял, да. У меня тоже есть кекс, кекс, забери 2 своих мяса, пожалуйста. Вик, спасибо, я освободила. Смотрите, кекс, ты где? На, твои 2 мяса, смотрите, кекс, ребят, у меня есть... Что ты делаешь? Я не дам один кусочек мяса, у меня 10 на похлебку. Да, вари, вари, вари похлебку, вари, вари, вари. А, смотрите, рассказываю, у меня еще 7 какие шестеренок, велики? Этого хватит на 7 капканов. То есть мы сейчас пойдем с утра на медведя. А может мы доплывем просто и потом пойдем нормально? А, ну, уголь я закину 4 угля и пойду крафтить капканы. А, Бьорн, сколько у тебя угля, скажи, пожалуйста. 3. Показываю, вот, смотрите. То есть ты со всех этих ящиков, которые были у медведей, собрал 3 угля, правильно понимаю? Вот, они пустые были. Чокнемся, получается. Я подобрал с одного 2, и потом Дангар отдал мне 2 бочки, и там был один уголь в одной из них. Дангар, ты два же со многих два, собирал. Не один. 2 должно было быть. Ребят, я в каюте, в столовой выложил в хранилище все, что мне нужно. Там мясо, одна жила, там что-то, кому надо. Блин, можно пожрать? Подожди, да, мясо, вот жила, а может еще их шкуры есть? Не, нет. Ладно, мне кажется, пришло время использовать мой шприц. Тут двери начинали. А вы можете цифры грёбаные сказать? Я не понимаю. Я могу вскрыть, скажите, какие вы выставили. Это последняя моя. Я вышел, выставил первую, третью, шестую. Первую, третью, четвертую выставил. Первая, третья, первая. Хочу есть, у меня уже нет ХП. У меня ХП уже нет. Да, у меня тоже нет. Господа, рассвет, давайте нет, плыть. У меня, типа, пожирается берите ХП. Еду, берите. Можно? Дай возьму. Дайте, пожалуйста, одну навигатору. Дайте одну навигатору. Первая единица. Блин, Вика, ты просто оставила плиту? Один день что, Вик? Господа... Капитан, встаньте, пожалуйста, за штурвал. Да, остановитесь за штурвал. Подожди, стой, дай четвертую. Кто-нибудь, умоляю, встаньте за штурвал. Иду за штурвал, если капитан не хочет. Ладно, забей, я встану за штурвал, я положил свой уголь, подкидывай по одному. Иди, иди, Бьорн, Бьорн, иди, подкидывай по одному, пожалуйста. Бьорн, Бьорн. Иди подкидывать, я проведу корабль. Ага, ага. Ты иди по одному подкидывай, когда он почти закончился, окей? Понял. Вик, можешь мне уголь весь отдать? Я буду подкидывать по одному. Да-да-да-да. Я уже подкинула весь свой уголь. Хорошо. Ох, хорошо, обошел. Я делаю капканы, и сейчас правее, пойду да-да-да, выравниваю, выравниваю. А еще раз, у нас только одна неизвестна, да? Ага, забираю правее. Как будто корабль тяжелее стало вести, если честно. Как будто маневренность меньше стала для простых игроков. Пять капканов сделала. Ну, значит, ей левую поставил. Он прошел, поставил. Ребят, уголь весь ну, закинули, да. Что был? Или у кого-то еще завалялся уголечек? Еще один уголь у меня. Кидай, 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 кидайте, кидайте, кидайте. Последний неправильно. Дай попробую под... Отойди, пожалуйста. Пустой у меня больше нет. Окей, окей. Быстро остывает, кстати. Да не, кто-то, короче, неправильно поставил. Да не, кто-то вогнал неправду. Ребята, давайте не пойдем сейчас на медведя. Давайте соберем уголь, доплывем до медведя и потом все вместе на него пойдем. Правильно, на 100%. 5 капканов и толпа людей загасит медведя. Не тратьте время. Ой, блин, я пойду гвозди на корабль выложу.
Но это же не трата времени. Мы же просто дойдем до места. Кто тут уже собрал? Ну, это, видимо, маф. Я не знаю. Понимаете, сложность в том, что ты никогда не знаешь. Это мафы сделали? Да. Или мирные? У нас один день, мы вообще ничего не делаем. Ты собрал уголь, Бьёрн? Да, я не думаю, где. Нет угля, пока. Я не поняла, в итоге есть уголь или нет? Ты сказал, да, я две, нет угля. Что это значит? У тебя есть уголь, да или нет? Нет, у меня нету ни одного угля. Поняла. Ты можешь мне скинуть у меня бочки, Кекс? У меня... Слушайте, а тоже бочки. Как попасть наверх? Чтобы попасть наверх, нужно сделать кирку. Я за любой кипиш. Кекс, возьми уголь, Вер. Да, я могу взять, у меня тоже есть место. Здесь надо онлайн поднять. О, значит, надо, значит, полную первую задачу. Ну вот, а ты как раз и предлагаешь. Кекс, ты можешь заняться едой, ладно? Вот с волка, например. Куда Дангар дел? Займешься едой, ладно, залутаешь они, волка. Они уже на медведя пошли. Пойдем, может. Да Бьёрн, пойдем с тобой, да, и проведем корабль. Лутай и возвращайся на корабль, окей? Не знаю, тут туда или нет. Кусков угля в целом. Бьёрн, идем на корабль. Да-да-да, я говорю, тут всего 5 кусков угля в целом. Отлично, отлично, мы должны довести. У меня еще... 4, по-моему. Как думаешь, кто мафы? Ну, орк, я думаю. Потому что когда тишина наступила, он мне в лицо выстрелил. А! Почему я не знала об этой информации? Да, у меня есть легкое предположение, что возможно. А почему ты не говорил? Да я говорил, хочу убить его, но он так возмутился этому, что... Короче, я завожу, смотри, Бьёрн, я закидываю сейчас свой угол, уголь, завожу, вот тут бочку еще с углем, который есть, оставлю бойлера и встаю за штурвал. Кекс, если что, пришел на корабль, и он молчит. Проверь, это Кекс или нет. Кекс, дай голос. Кекс. Кекс, Кекс, Кекс. Это Кекс, да. Хорошо, проверено. Бьёрн, вставай у бойлера и по одной закидывай. Кекс, надо... Бьёрн, надо подкидывать. А вот есть чем костёр развить? Бьёрн, подкидывай. Бьёрн? Да-да-да, я всё слышу, не волнуйся. У вас есть чем костёр развить? Да, у меня есть, я за штурвалом. Подойди, я тебе дам. Подкинь несколько. Бьёрн, утухнет бойлер. Подкинь несколько. Я из бочек не успеваю доставать. Сейчас, сейчас, Кекс. Сейчас, я секундочку. Здесь. Кто-то капкан оставил на кухне, когда уходил. В смысле, он заряженный стоит? Да, прям на входе. А, разряди, удар чем-нибудь по нему. Я уже разрядил. Все, уголь кончился. А ты из моей бочки подкинул? Нашел еще две, да. А можете кто-нибудь на нас встать, проверить? Я не вижу в тумане, куда идти. Так, все, уголь кончился, да. Можешь проверить, куда... А хотя ладно, уже сейчас все закончится. Ты это, не думай, что я тебя не слушаю, тебя херовасто слышно иногда, ты это... Ну, это баги игры такие со звуком, тут всегда так. Да, просто имей в виду, что... Ладно, не вас слышно. О, ты готовишь кекс? Блин, почему еда так мало восстанавливает? Ну, это сложность игры. Ценный ресурс. Нужно всегда готовить именно похлебку, потому что похлебка много восстанавливает. А есть еще один кусочек, да? Так, Дина, кушай, иди там. А, кстати, я сейчас... Я умираю от голода, я себе пожарю, ладно? Но я надеюсь, что тут... А там есть же вроде кусок, съешь. А, да-да-да, есть, спасибо. У меня, если что, есть противоядие, если кто-то оставил. О, хорошо. Это был последний день, получается, все. Еще один день же. Ну, скорее всего, мы проиграем. А плюс похлебки еще в том, что она восстанавливает не только еду, но и тепло. Сейчас рассветет и пойдем к ним на медведя. Но они рано пошли на медведя просто.
Так, модер, откройте розыгрыш сапки. По слову, сгорело. Пожалуйста. Там еще один кусочек остался. Давай пожарим и с собой возьмем. Блин, у меня три пустые бочки, я не знаю, что с ними делать. Там на горе еще есть. А, ну дай мне одну бочку. Давай мне мою одну бочку. Одна твоя там, ну забирай мою, мне все равно столько не надо. Да не-не-не, я возьму свою. А, так, сейчас я быстренько сделаю гвозди. А хотя тут... Ладно, я сделаю все равно. И пойдем на гору. К ребятам. Все, побежали. Кекс, пойдем с нами на гору. А, хотя нет, стоп, еще холодно, да? Да, еще минус 2. Ну, до утра дождемся. Кекс, у тебя сколько стрел? Не понимаю, не слышно тебя. А вот так я сейчас свернулась, развернулась. Булькую или норм? Вот ты вот иногда хорошо, а потом уходишь как бы под воду. Мистер Носок, спасибо за ресап. Правильно Дину слышишь? Так. Нет, может, это... не слышу. А вот сейчас, ля-ля-ля, ну... я говорю. Вот сейчас зашибись, да. Ага, Кекс, сколько у тебя стрел? Пойдемте. Одна. Вообще балдежно. А, у тебя одна стрела? Окей. Блин, не довели корабль. Так, а у нас вот эта льдинка не сломана, да? Ой, да, еще не сломана. Стрельба там идет. Куда кексы делся? Волка бьют. У меня тоже есть пистолет, если что. Пистолет и 5 патронов. Блин, я пропустила уже день в юге или еще нет? Слушай, ну медведя они убили. Ну, значит, идем за вот этой штукой, нитроглицерином. Мишка катится такой. Сейчас я проверю, здесь уголь собран. О, нормально. Давай соберем уголь. Бери вторую. Я дальнюю проверю. Догоняй. Да, уже день бури. Там еще одна вдалеке есть, вот, по нижнему ярусу. Не-не-не, вниз не иди, не-не-не, пойдем сюда. Беги за мной, держимся вместе. Я не поняла, куда делся Кекс, он предатель, что ли? Ну, первый точно орк. Да, я думаю, все-таки орк. Ну, раз ты говоришь, что он выстрелил тебе в лицо. Да. Тут капкан лежит, если что. Да нет, капкан не нужен. Тут порох и... Все, бежим. Блин, на самом деле я неправильно сделал, нужно было на обратном пути залутать. Это, возможно, ой-ой-ой, на нас. Кто здесь? Вику я слышу. Да. И Вик не отвечает почему-то. Ну, значит, Вика и орк. На вас чудиков наслали, ребята, у вас чудики бегут. Mm-hmm. Да, откуда ты знаешь? Вроде ничего нету. Бьёрном и подозревает, что... и говорит Бьёрну, что Амогус, Вика и Орк. Нет, Амогус Дангар. Мы не Амогус, мы убили двух медведей, блин, и тащим нетро. Вы говорите Амогус, да. Вика и Орк. Все а в порядке здесь, да? Ладно. Скорее всего, Бьёрн, видимо. Ну, Бьёрн, ну, Бьёрн вместе со мной корабль сейчас проводил, если что. Ладно, тогда Софа. Орка... Но если бы я был Амогусом, я бы именно это и делал, наверное. Делал бы вид, что помогаю. Да. Это да. Короче... Ну, как сказать? Ладно. Надо ставить эти, уже все, очень холодно. Ставьте эти костры. Да. Камни видите нужны. Еще один уголь, Бьёрн. Где? Вот там карты. Сзади. Окей, так, кстати, Кейк собираю... куда-то исчез, а, когда я звала его с нами, и он куда-то исчез. Уже не соберется эта санина. Я у медведя поставлю костер. Надеюсь, вы второго медведя не залутали. А можно вот этот разжечь? Разжигаю.
Я на корабле похлебку сделаю, если мы дойдем до корабля. Mm, да-да-да, похлебка. Может, лучше тут мясо поесть? Не-не-не-не, похлебка нужна, чтобы греться от нее. Греться, греться. Понял. Давайте кто-нибудь до медведей делает еще один костер. Да, я побегу. Динаблины. Марира, спасибо огромное. Я начну медведя разделывать, хорошо? Я сейчас отогреюсь как можно сильнее. Понял. Нет, я не Дине. Ты тоже булькаешь, кстати. Получается, Софа и Кейк, что ли? Крупный заяц. Одно мясо есть у вас? Одно мясо? Так у медведя, наверное, есть, нет? Нету. Нет. Медведя, говорят, разделали. А, ну понятно, это снова, нет, это снова Бейл. Может, когда-нибудь ему перестанет выпадать мало? Подожди, а где тогда... Подожди, а где Соф и Кейк? Это Бейл взорвал нетруда. Да, кинул в костер. Кекс мирный, получается? Почему орк стреляет в лицо Бьорну? Вика кричит, что Дина применила... Ребята, есть несколько вопросов. А почему орк стрелял в лицо Бьорну, а Вика кричала, что я маф, я применила кость? Почему? Стрелял в лицо Бьорну, потому что когда начался хадж, Бьорн шевелил губами. Возможно, теперь игра работает по-другому, и теперь все шевелят губами. Возможно, орк, я очевидно не был негодяем. Спасибо, спасибо. Следующий раз, когда я тебя буду жалеть, когда ты, я тебя буду убивать второй раз. Сразу два раза буду убивать, орк. Сразу два раза. Гарантирую. Дангар. Ладно, и хер с тобой, иди в жопу. Так, у нас маяк. Да, Дмитрий, маяк. Это была хорошая взрывная катка с вашей стороны. Маяк, взрывная, да, согласен. Так, Софочка, наконец-то, да, а ты, конечно, постарайся не палиться, как только спускаешься с корабля. Да, но я думала, ты не видишь, и я выкинула доску, чтобы был звук плюха. Ну вот, да, Соф, если просят выкинуть кость, лучше выкини кость, нежели доску. Да, я в следующий раз так не... 5 дней, правильно я сделала? Маяк 5 дней, да. Хорошо. Ладно, да, я что-то лоханулась. Вика, почему ты говорила, что я применила кость? Чего говоришь? Почему ты говоришь? Почему ты говорила, что я применила кость? Ты видела, что я точно маф и все такое? Может быть, это была анимация, как ты лутаешь ящик, но это было очень далеко, и так совпало, понимаешь, ровно секунда в секунду, ты что-то делаешь руками, и призываются чудики. Типа прям, я сразу побежала за тобой следить, и так, прям супер совпало. Бля, ну они уже игру начали. Могло быть весело, я бы вас примерял. Блин, а как у них так все время совпадает? Что они подозревают всегда не тех. И они всегда дают ложную информацию. Они говорят, был мирный, был а вот классный. Момент, я выиграл. Я играю от этого, понимаете? Дангар. Ну, то есть я слушаю своих сокомандников. Я он играю говорит, от этого. Да, у меня цифра была. Точно? У меня те цифры, которые стояли. У меня 1-8-8 было. Да. Может быть, 1-8-0. Кекс, мне кажется, я победил. Я запомню потом 8, а? Как запомнил, они же, блин, я не знаю, что Full House. Да не, это не про Невер, это все-таки командная игра. У меня 3 одинаковые карты. В смысле? All-in, давайте. Я правда не all-in, но я просто вас подбадриваю. А у меня 2 пары, не знаю, возможно... Да мне никогда маф не выпадет. Блин, жесть, у всех 2 пары, какие-то сильные руки, а у меня просто только одна пара. Просто понимаете, эту игру в одного не выиграть. Неплохо, да. О, нормально. То есть мирные должны играть так. За мирных, понимаете? Да-да-да, пишите, сгорело в чат, кто хочет сам. Сейчас вытащу. Стреляет
в лицо Бьорну, потому что он увидел, как моделька шевелит губами. Добрым утром не буду говорить. Соответственно, для Бьорна орк стопроцентный маф. Сразу, с добрым утром. Вообще ничего не буду. Вика говорит, что я достала кость. Соответственно, для меня Вика, ну, как бы маф, потому что я точно знаю, что я мирная, я не доставала кость. Которые лежали. Я будто бы лут. А, я тебе правда забыла, как и в первом раунде, не была Амогусом. Я забыла и не видела эти сумки, потому что они мне, как Амогусу, тоже нужны для травы. Вы как заведете, скажите, я за штурвал встану. Я правда этого не видела. Труба, кто с трубой? Труба не нужна ему? Труба у навигатора. Хочешь, я тебе отдам? Закидывать. Давай мне, если тебе не нужно. Кейк уже попросил, капитан. Не-не, я думал, он вторую нашел. Не, с добрым утром. Запускайте. А кто-то заведет корабль? Не, я кто-то. Не капитан. Бьорн, ты же был рядом с бойлером. Там же Бьорн был. Привыкли просто уже. Вот, бьём его. Ай. Да-да, я шоплю. А. Понятно, ты Амогус, все. Да, я Амогус. Жесть, как ты меня спалил. Все понятно. Все. Что там, капкан сработал уже? Блин, меня орк спалил, что я Амогус. Я думаю, что Вика правда предатель. Я могу уйти из бойлера. Да-да-да. Бьёрн сидит в бойлере. Моя сумочка доктор. Моя сумочка доктор. Жесть, правда, маяк. Бьорн, иди в пещеру, там какой-то уголь будет вот туда. А короче, там много жесть. Он вообще ничего не видит. Ну ты смелый, давай. Иди, иди. Вау. Пошел. Чё, кто выиграл сабочку? Блин, мне сейчас там ресурсы не достанутся. А мы как, по правой стороне пойдем или по левой? По левой. Карту же изменили, теперь по левой. Надо все время сворачиваться, разворачиваться, чтобы звук фиксился. Не, если я возьму повара, то угля у нас вообще не будет. Там как бы... Ну, ты что не бери, чего-то другого, то, что ты не взял, не будет. Я уже как-то исходила из этой логики, я взяла повара, еда была, но корабль стоял на месте. Я сейчас сделаю несколько бочек, кирку и лезу наверх. Ну, кирка тут теперь must have. Работать за троих. Не-не-не, тут один человек не может выиграть игру. Это командная игра. Поэтому как раз не верить никому не работает. Ну, то есть это не мафия. Многим кажется, что это мафия, но Дредхангер — это не мафия. Если тут каждый не исполняет свою роль, то, скорее всего, вы проиграете. Так, ну что, делаем пару бочек, кирку. И наверх. Ну, и что мне странно, что как бы тут все, я так понимаю, они много вместе играют, и они знают, кто как играет на предателе, но при этом они не подозревают Бейла, когда даже я вот чувствую, происходят всякие там подкидывания, подкидывания в бойлер. Даже я уже догадываюсь, что это Бейл, ну, потому что я заметила, что он так чаще всего играет. А почему-то они как-то этот момент игнорируют.
Я уже собралась здесь. Я наверх полезу. Наверху? Я полезу наверх. Я справлюсь одна наверху. Аркадий, идите вперед, лутайтесь. Нет. Я маф, оставьте меня, пожалуйста, здесь одну. Я спокойно полутаюсь, построю свои тотемчики, окей? Это сейчас правда. Стрелит. А как вы думаете? Я думаю, нет. Но я просто хочу компании. Понимаете, Дима? Я уже перессорился со всеми, кроме вас. А, то есть... Поэтому или ссоритесь со мной прямо здесь и сейчас, или терпите. Ой, Аркадий, я, конечно, немножко подгорела в прошлой партии. Я тоже, вы не представляете как. Я, в отличие от вас, умер от рук наших вот замечательных сотоварищей. Так, Аркадий, вы в лицо человеку стреляли, чего вы еще ожидали? Так они потом мне в лицо пробили с топоров и еще чуть не убили второй раз, представляете? Ну, вообще, это довольно справедливо, потому что вы стреляли в лицо людям. Это на нас, скорее всего. Готовьтесь отбиваться. На самом деле, я не знаю, может быть... Не, подождите, вы про ситуацию на корабле? А я про ситуацию, когда вы в Бьорна выстрелили. Ну да, ну по какой конкретно? Я два раза выстрелил. А, да? Аркадий, вы не перестаете меня удивлять. Не, ну смотрите, вы думаете, я неадекватный. Но первый раз я в него выстрелил, потому что у него шевелились губы во время хаша. Так. В тот момент меня уже били и так далее, так что это была потасовка, это был махач говна. А второй раз я в него выстрелил, когда меня уже не оставили вообще ХП. Со второй жизнью, между прочим. Ну, звучит очень справедливо. А у вас есть местечко для ключа или для гвоздей? Ну, для гвоздей нет, для ключа, может быть. Держите. Как холодно у вас. Так, у меня... Ой. Лампа, пойдемте. Потихонечку. Так, да. Тут мы все забрали. Жертвую патроном. Тут... Я порох не беру, вы могли бы взять, у вас есть оружие. Ну, были бы у меня слоты. Тяжко, да, без слотов? Кстати, у меня бы были слоты. Надо забрать там... погодите. Вот ваш ключ, сейчас, секунду. И умер от холода, пока бежал. Да блин, вы забрали жилку, ладно. Я из-за нее ключ отдала. Возьми ключ. Дабл гейм. Так, а где ключ? А, под ногами у меня, ага. Идем, идем. Интересно, на кого призыв был? Я уже жалел сразу, что с вами пошел. Как-то холодно, одиноко. Конечно, холодно. Одного человека достаточно наверху. Я знаю, мне нужны... компаньон. Так, ну что, спускаемся. Ой-ой-ой, как же хочется вернуться, как хочется ворваться. Блин, ну мы сейчас реально тут околеем. Что-то можно было затопить. Короче, Аркадий, собираем камни. Время собирать камни. Блин, здесь нечего топить. Орк, собирай камни, ищи камни. Я ищу! Все, я нашла, иди сюда. О, боже. Иди сюда. Так, ты будешь разводиться? Что за бред? Почему он не ставится? Знаете что? Господи, постройте уже! У меня не строится, что за фигня? О боже! Почему он не строится? А, 4 камня нужно теперь! Было ж 3 камня, нет? Точно делай доброе дело. Чего? Теперь нужно 4 камня на костер? Да все, уже согрелись. Если да, один. Кушать. У меня? Я лутала уголь наверху, конечно, у меня нет еды. А чего вы не провели корабль? А почему у вас повар не готовит или охотник? Повар почему-то я вообще не видел повара. Ага. Ну, смотрите, Вика первый маф. Охотник, а чего вы не... Охотник, чего вы не готовите? Я ж не повар. Ну так вы же видите, что повар не готовит, а вы наш запасной повар. Потому что вы добываете мясо быстро. Как же холодно, господи. Да уже день, уже все нормально, ничего не будет. Пол хп осталось. А чего никто корабль-то не провел?
Еды нет, корабль не провели. Ну, в принципе, делаем, ситуация Димочка. Стабильная. Аркаш, пожалуйста. Ах, как тепло. О, боже мой. А, то нравится, вот так бы и я говорил, когда бы меня кольнули шприцом. А не кольнули меня шприцом. Это мне побежал Бьерн, сказал, что ему нужна помощь. Это сделал Хэс. Виктор сразу выписывает лекарство, что сначала узнаете, блин, что у него. Может, у него 80%. А вы, кстати, да, заметили... Бейл-то тогда сказал, что у него трансляция упала. Ну, он вылетел, там все нормально, но он просто мог бы нам сообщить. Мне кажется, если бы он был мирным, он бы нам сообщил. В прошлый кадр, когда мы весь уголь пожгли из-за этого. Ну, до этого виноваты все. Нет. Конечно. Уточнили симптомы. Мне не платят за мою работу. Я доктор, который работает бесплатно, и то на меня гонит. А любая работа должна оплачиваться, Аркадий. У вас есть уголь, товарищи? Меня не слышно, да? Блин. Увы, нету, к сожалению. А что они там слева лутают, если там уже все полутано? У меня есть уголь. Классно, проводи okay. корабль. Я пошла лутаться. Okay. Давайте я вам дам лучше, чем вот этот укол. Дин, вот, если тебе есть, возьми, пожалуйста, один кусочек, потом... У меня 19 кусочков, мне одного не хватает. Так вот, возьми из тюленя, вот. У меня забито, типа, слоты. А, окей, слоты. Я поняла, да. Если там жир, кстати, будет, я могу взять. Просто у меня, типа, 5 я поняла, мяса поняла, и 4 жира. Повар, мне мясо возьмите. Разожжете плиту? Я сейчас разожгу. Я говорю, у меня фулл этот, фулл... Все нормально, Вика на две поклепки набрала. Там Вика, дангар, по идее, сделать? Налутал... Да, сейчас всем сделаю. Там дангар, по идее, много угля налутал. Он должен принести. Если он не принесет, у меня будут вопросики. Вика, я кладу, ага. кладу в печку. И я пошла лутаться. Да, сейчас будет Дмитрий. Очень много похлебки. Шкуры, да? Шкуры ни у кого нет. Скинул мясо. Шкуры. Дмитрий. Шкурки, да. Шкура есть у волка по левый борт Дмитрий. От корабля. Да. Вы вернули себе онлайн? Вы довольны вашей выходкой? Ужас. Вообще-то нет. Нет. А есть у кого дерево лишнее? Тут в плите мало дерева, ну, типа, мало топлива. Оставила под тобой 3 доски, Вик. Кайф, спасибо. А, Вика, перебереги, пожалуйста, мне 2 похлебки, хорошо? Я пошла лутаться. Да, могу вот скинуть. Понял. А ты разбирай тогда. Я пойду за шкурой. Можно есть одно левый, похлебочек, я понял. Нет, еще ничего не сварилось. А по левой волка была? По левой мертвый волк. А вы справа лутали? Время. Доски и мясо выкинул. Кажется, нет. Так, 17 он минут. Наполовину уголь набит. Не он клади все будет. Сразу, не клади все сразу. По чуть-чуть подкидывай, Бурн. Рассчитываю на тебя. Я дам вам клепку сама. Это я бегу. 5 угля у меня. Хорошо. Дим, проследи, чтобы там по одному углю подкидывали, а не все сразу. Понял. Надо что-то съесть, чат. Нормально, шестеренок, полный дом. Только мне бы... Одну похлебочку, оставь, пожалуйста. Отхилиться бы. А подожди, он там собрал, получается. Я тогда на маяк пойду. Да, Дангар бежит справа, значит, он там собрал. Все, я иду на маяк. Фейт Альфа, спасибо большое за ресап. О. 7 тюленя. Ну, чтобы себя откатить. О, и знаешь что? Короче, я сделаю следующим образом. Вот так. Возьму себе жир и сделаю лампу. И тогда я смогу без проблем добежать ночью, даже когда будет холодно. Поняли, чат? Мозг. Блин, когда вернусь на корабль, стопудово там все поумирают. Надеюсь, на меня не дадут двойной призыв. Блин, а мне бы еще кого-нибудь съесть, кстати. Какой-нибудь тюленчик шальной. О, заяц.
Вот как надо зайцами, Бьорн. О боже, я что, бочку забыла? Капец, я там бочку оставила. Ну вы запомнили, где я ее оставила? Когда будет тепло, утром я заберу ее. Нифига тут лежбище. Так, ладно, добивай тепло сюда. Нифига тут крафт проходил. Так, что я хотела сделать? Я хотела лампу. Слушайте, а может быть мне себе лук смастерить? Кости в них бывают вот в этих висячих? По-моему, должны быть. Вы запомнили, где бочка была? А чё ты? Ты реально ты не добиваешь? Ты прикалываешься? Капец. Такой бред. Не добивает до верстака. Это бред вообще. Я не хочу на человечную переходить, если честно. Там очень быстрый голод будет. Короче, включаем лампочку и пойдемте докторскую сумку возьмем. Тут травы должны быть. И тогда мы с вами выпьем чайку. Так, это плохая трава, мы ее не будем применять. Выкинем. Как будто и дрова быстрее сгорают. Как будто все против мирных. Не находите? Так, нормально. А, что я хотела еще? Ну что, я пойду тогда лутаться? Чё, пока греюсь. Сука, я случайно выпила! Блин! Бесит одно нажатие на кнопку. А, тут все собрано уже, да? Вот это крафт, конечно, полным ходом здесь был. Мафиозный крафт происходил. Мафиозный крафт. Смотрите, как мастер спускается. Ей. Так, тут уже все собрано. Ну, конечно, так себе у меня вылазка. Я по итогу ничего толком не сделала. Может, мне проще новую бочку собрать? Да, чтобы не искать ту бочку, я сделаю новую. Так поступают настоящие навигаторы. Правильно? Правильно. Вот так вот. Вот это я понимаю. Расходую как надо. Угу. Тут много чего не залутано. Из таких припасов. Блин, но проблема в том, что угля-то как-то и нет. Блин. Некуда складывать, если честно. Уголь весь собрали. Бесполезная, конечно, вылазка у меня была. Ну, как бесполезная? У меня на починку очень много собрано, так что не бесполезная. Нормально. Можно наверх там залезть, слева. Что у нас по углю, ребят? Что у нас по углю, ребят? Сделала по 20 похлебок, у меня нету столько мяса. Мы все сожгли. Это да, я починю. Викуль, у меня все для починки есть. Викуль, ты приберегла мне похлебки? Да, в ящике две штуки. А в каком ящике? Сейчас. Вот, сейчас достану. У меня просто уже в инвентарь по ничего не лезет. По главу мне хоть одну дать, Дина, я тоже Дина, не иди ел. Сюда. Вот если их тут сейчас нет, это забрал Орк и Бейл, конечно, но они здесь. Вот. Спасибо. А вы налево наверх залезали или нет?
нет, я сейчас чиню корабль. Где тут мои гвозди были? У меня много гвоздей. Вик, давай тебе дам шестеренки. Если у тебя закончится, понаделаешь гвоздей. Да, я вроде сейчас починю. Ну, давай, да, если у меня не влезет никуда сейчас в инвентарь. Ну, сейчас я подниму, зачиню и подниму. Ладно, я в верстаке их оставлю, в общем. Я только Вике сейчас доверяю, чат. Ребят, вы еще не залезали наверх? Я лезу, вот я нашел этот... А в той пещере нет волков, не знаете? Волков нет, там вроде зомбяшка. Я с тобой залезу, я не помню, сколько там угля. У меня еще две бочки, могу сразу не получить. У меня тоже две бочки. Бери тогда эти, тут еще валяются всякие штуки. А есть какая-то информация по мафам? Вообще нет. Ну, Вика вряд ли, потому что она бегала со мной и насылали зомби, когда она рядом находилась. Ну, типа, не она насылала. Дина, давай это, ну, оставь, пожалуйста, уголь. Ну, я залез сюда, чтобы не бегать сто раз. А то что, я просто так бегал, из бочки холостой бегать. Так ты там взял уголь, я тоже собираю уголь. Это ну, моя Дин, работа. Ну, зачем? Ну, вот, что? Ну, я бы сейчас вернулся бы на корабль и дальше толкнул. Дин, дай, пожалуйста, уголь. Так я тоже пойду на корабль, ты можешь мне отдать. Пойдешь дальше лутаться. А, возьми. Окей. Просто тупо, когда у обоих есть бочка. Так а зачем ты делаешь бочку тогда? Ну зачем обоим, говорю, лезть в одно место, когда я могу все это пролутать? Смотри, моя логика какая? У меня угольная роль, и я не знаю, могу ли я тебе доверять. Поэтому не в моих интересах позволять себе забирать весь уголь. Вот из какой уголь логики я исхожу. Я бегаю, убиваю, это я Дангару. Ем еду и дальше бегаю. А, хорошо. Несите уголь. Ваша задача, как человека, который отвечает на пули, тебе нужно носить уголь. То есть ищи санки с углем, принято, закидывай пик. Уголь в бочку. Вот так вот. Товарищ капитан, вставайте за штурвал, мы сейчас будем заправлять корабль. Да, я уже тут стою. Собственно, приказы отдаю. Это нормально. Вы волков полутали, что ли, которые тут были? Так, я закидываю. Давай, давай, давай. Так, где на корабль? Кирилл, где Кирилл, на корабль? Закидывай атакуют по одному, по чуть-чуть кого-то. Закидывай. Кого атакуют? Да, там кто-то наверху. На Дангара, наверное. Кирилл... Может кто-то еду приготовить, я в печь кинул 4, а то я умру. Кейк, следишь за углем? Кейк, да, я там тебе набросала еще бочек и угля под твою ответственность. Я сейчас тебе пожарю мясо. У меня только еды, у меня пол хп. Я жарю тебе мясо. Бля, как в дырочку-то пролез, а? Даже бортом не чиркнул. Вик, что? Говорю, еще два угля не сейчас закинули. Кекс, ты только по чуть-чуть подкидывай, чтобы не бахнули. Ой, кстати, а мы же бросили Бьорна и Натаху, они же замерзнут. Я только сейчас это понял. Я тут, я на корабле. Не, мы бросили только Натаху, ничего страшного. А, ну нормально. Блин, надо Атаха принес кучу угля, потому что он... А Софа где? Опа! Меня стреляют! Это Софа! Меня стреляют, говорю! Мы поняли, давай, ну что ж мы сделаем? Я могу стрельнуть, у меня есть выстрел. Где, откуда стреляют? Кекс, кушай. Не знаю. Меня С холма стреляет. Подними с пола, потому что может уплыть. Куда ты бросил-то? Ну у меня пол я хп. Я тебя с собой закрою. Ну, я закрою. Ну вот видишь, я же говорил, у меня пол хп. Я взяла корабль. Ну отнесите на кровать-то, ё-моё. А можете сказать, куда плыть? Нихера не видно. По мне стреляют. Вы можете пострелять в ответ-то? Так в кого стрелять-то? У меня нет огнестрела, я пошла на нос смотреть, куда плыть. О боже, мы врезались! Мы в скалу прям приплыли! О боже, налево давай, налево. Налево мы врезаемся, я сейчас починю. И теперь по прямой иди. Врезаемся. По прямой иди. Я чинюсь. У них патроны кончились, походу. Я бы отстреливал, у меня вообще нечего.
Мне холодно. Подмените кто-нибудь Вику. Давайте, мы почти допустили. Давай. Я чинюсь. Я опусти торг. Газуй, чё ты не чинишь? Да ё-моё, ну вы чё шутите? Бочка! Жесть, Дим, бочка, ничего себе! Блин, кто же её сделал, Дим? Ну так это не я. Я на кровати лежал, в смысле? Ну это правда, он на кровати лежал. И она бы не уснула, она бы так быстро не сдетонировала. Куда мне направо? У меня сколько бензин? 30 секунд бочка отрабатывает? Ну а да он лежал быстрее. На кровати, его ногнули. Типа по Диме стреляли, поэтому... Вообще, да, правда, вообще... правда, да, по Диме стреляли, да. Короче, я замерз. Не, ну мы же знаем, в принципе, всех Амогуса уже, ну. А кого вы знаете? А кто оба Амогуса? Кто? Дмитрий говорит, что Сопа это я. Сопа опять? Сопа и Бьёрн. Так Бьёрн, ну, он с нами шляет. Ладно. Давайте ничем не трогать. Ну, ребята, ладно, ребята, а у нас Бьёрн больше нет угля, чтобы подоплыть? Ответьте, а почему мы стоим? У нас на, еще уголь, Дандар. Пожалуйста, встаньте. Если за штурвал. Бочка, не бочка, за штурвал. Почему у нас нет никого за штурвалом? Мясо, бочка, мясо. Ребят, вы можете ответить? Дандар, а, все, все, уголь закончился. Приносил много угля на корабль? Поджечь, пожалуйста, мясо. Дмитрий, мне нет, мне нет. А, все, а где еще дырка? Дмитрий, ну что, бочишь меня, блядок? Да я не знаю. Я не знаю, ну что это... Как-то непрофессионально, Бьёрн. Бьёрн, вот реально, сколько шансов уже дали? А ты вот начинаешь эту картину разыгрывать. Вон они, у них как прими хотя бы смерть. Я вижу, где они, я вижу, где они, у них костер горит. Кто дерется, кто убивает? Мокруха пошла. Что? Бьёрн, просто... Смотри прямо! У него пустая бочка и все. Ну, объективно, я ему три шанса дал. А зачем вы это сделали? Да в смысле, зачем? Блин, ребята, после этого вы удивляетесь, почему на вас обижаются люди? Так, не, в смысле обижаются, вы за игрой следили? Не, вы не понимаете, меня убили, потому что я сказал, если у кого бочка, поджечь мне мясо. Весомо. Ну не, Бьёрн, ну объективно, ты же в тот раз, когда закидывал порох через второй этаж, мы же это видели. Да и водил ты криво, капец. Да не убивай. Так. Не оскорбляйте, пожалуйста, участников. Чат. Жилка. А ты у меня спрашиваешь, это риторический вопрос или вопрос требующий ответа? Ну, давай второе, давай второе. Интересно, Бьёрн сгорел или знаешь, нет? Знаешь, когда-нибудь в книгах про меня... У меня бы жопа сгорела, конечно. Ответят, иди нахуй, ловко парировал Бьёрн. Ну, каузли надо. Да, но справедливости ради, блин, я занимался углем. Вот, ну, как бы я контролировал, подкидывал. Вот это что было. Понимаете, да, у меня там жилка это еще. Это тоже правда. Порох он подкидывал. А тут нет теперь... А тут нет... А вот сумка доктора. О! Это на меня, да? Или нет? Ладно, нафига мне шкура на этом этапе игры, правильно? Пофиг. Но тезис о том, что я говорил про бочку, очень легко. Мне бы полечиться чем-то. Да блин, в той катке... Из-за того, что Дима не сказал, что он вылетел, у нас сгорело все, и всем было пофиг. Ну что ты отменяешь? Отменяешь-то ты что? Я ничего не отменяю. Может быть, ты не очень хочешь меня укупать? Господи, ладно, он тянет время, погнали.
Блин, есть охота. А у нас есть чем поджечь печь? У меня мясо свое немножко есть. Не. А, нет, ни у кого ничего. Дин, я там в печке есть что, один кусочек мяса еще оставил, прежде чем меня заколотили вдвоем. Угу. Спасибо. Грустный сэдж. Орк, ты тут? Далее. Давил меня кто-то из пушки. Кто? А кто? Не знаю, у кого пушка, тот и я могу. Так они же открыли, у них у всех пушки. Они же оружейку открыли. Ты тоже сидишь, что ли? Я жарю сейчас мясо. Нет. А Бьорн сидит. А, понятно, Бьорн. А на корабле где-то спрятанные? Ребята убили Бьорна, они считают, что тот мав. А на корабле где-то спрятаны ключи? Я видел как-то, как Дмитрий кидал рядом с этим. Ну, вы, так, вы один, вы меня, это вы... Подожди, стоп. Мирные только сколько, что убили меня, я видел за ключ. Угу. Дин, около места... Горд. А, нет. Орк, ты меня только что убил из пушки, или кто меня убил? Нет, ты чё? Я что-то, короче, из пушки убил, и, видимо, это ума в пушку у кого-то. Да Софа это! Понятно. Это Софа и Бьорн. Короче, на меня два раза зомбаков натравили. Первый раз я сидел на горе сверху. Да, это факт. И они ко мне не поднялись, они сдохли в итоге. Угу. Я спрыгнул, когда день наступил, там кое-как мясо на человечину перешло, начал убегать. Угу. И по дороге я отбился от зомбаков опять от второго наплыва, но меня кто-то из пистолета добил одним выстрелом. Угу. И вот вопрос, стоит ли мне возвращаться за тем, что у меня там осталось? Бьорн улетел на кинжале. О, почему на Аркаде на тебя обижаются все? Ну да. Ну так ты его просто взял, зарубил. Не прогнал. Просто взял. Я ему, блин, речь нахрен мюнхенскую сказал перед этим. Ладно, попробую. Не знаю, это самый... Не, не пойду я один, а. Один я туда не пойду. Так. Значит, Софа и Бьорн. А, блин, а лампы-то нет у нас. Мы сейчас по холоду пойдем. Лампа у меня там на трубе, блин. Тюлени жир бы. Так, что, с чем тебе помочь? Кубочку дать. Да не-не-не-не-не. Попробую потом добежать. Может, в город слева сходить? Тут где-то мой пистолет, не знаю, валяется. Я взял его, я вот нашел здесь, валяется. А, хорошо. Объективно. Ну, понятно. Ну, теперь я тебя разъявлю. Так, ну что, поесть-то есть? Я поймала Амогуса. А он вы... Так Бьорн голый был. В спиритволке бегает. О, Софа тут. Так. Чё у вас тут? А, это Дина, господи. Я думала, это Софа. Я просто умираю, я убила Бьорна, вот он. Угу. Так он голенький был, а ты его... Я замерзаю и умираю от голода. Брать. Он спалился, он в спиритволке говорил, а есть у нас какие-то палки? Какие-то палки? Так он только из тюрьмы вышел. Да, сейчас, разжигаю. Он же голый был, из тюрьмы вышел. Не, он это самое, он просто в спиритволке говорил такой, а как выйти? Я его услышала и поймала. Так я тебе говорю, что он голый был, он только вышел из тюрьмы, у него даже оружия не было. Я понимаю, да, что он голый, но зато мы убили Амогуса. А второй Софа, мы ее с Кейком встречали пару раз, но она... Ой, один раз, но она убежала. У меня 6 капканов и 3 патрона, поэтому мы сейчас пойдем на медведя с утра и убьем их. Вот. У меня я много тогда гвоздей. Стрелы делаю. Да, много... делай стрелы. Я могу тебе шестеренок дать для стрел, Кейк. Ну, давайте, я их потом заберу хотя бы с медведем. Накидала тебе. А, и доски, есть доски еще? Нет, с досками у меня напряженка. Давай я тебе верстак положу. Давай. Сейчас пушку починю. Что там положила шестеренки? Бедный Бьорн, у него 12 часов в игре. Ну, он знал, он не первый раз с нами играет, он знает, чем это чревато.
У нас сначала некоторые стреляют, а потом, ну, справедливости ради, они его долго подозревали, поэтому они держались как могли. О, корабль почти дотолкали. Кайф, сейчас медведя убьем, и вообще будет классно. Правда, я уже голодаю. У меня есть два куска мяса, Вик, могу дать. Ну, если один дашь, я порох забрала, кто в печку положил, я патрон себе сделаю. Положишь в мясо в печку? Так оно уже жареное, держи оба, ешь. Здрасте. Ну что, пойдемте? Здрасте. Бьорна мы убили навсегда. Осталась всё. Софа. Мы ее тотем... Вот тебе человечина. Заходите внутрь, чтобы вместе. Да-да-да, будем отбиваться здесь. Хотя вряд ли на нас. Это просто заказ для тебя, Дангар. Угу. Походу не на нас. Да-да-да, нас четверо. Пойдем, 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 Кек, пойдем бить. Да, пойдем, пойдем. А ты не брал шестеренки, да? Не, почему я взял, у меня 4 капкана и 7 стрелок 9. То есть у нас 10 капканов, короче, кайф. 3. На первого поставлю тогда 4 капкана, просто если часть стрел в стол, то у меня не было больше. У меня один патрон есть, как минут. У меня еще 5 патронов, да, есть. Я голенькая блин, девочка, я сижу на стриме Диночки, подарить детей за балл. Амогуса найти, он мешается будет. Да и Софа где она? Он на корабле вон. Да, Кейк, давай Амогуса, Софа, медведем займемся. Бьорна я убила уже второй раз навсегда. Так я могу выкинуть капкан и... Она так вон он на нее напал наверху. С медведем, да-да-да. А, ну все, поиграно. Она хотела его на нас сагрить. Так, только капкан, в капканы. Все, у меня патроны закончились. Ну и блин. А чего вы? Как он ушел от капканов-то? Ребят, блин, у вас же у всех по 50 патронов искали. Да, ну вон капканы. Я говорю следующего сразу. Я сразу следующего. На капканы, на капканы беги. Да просто если каждый даст по 10 килов, и без капканов убить. Че это за страта кидать мне его бочки? Так у меня патронов нет, я бочками кидаю. Они наносят нормальный урон. Понял. Бочками кидала. Хилочки нет. Что это за странный смайл вы добавили? Что она делает? Так стреляйте по ней, чё кричать? Я не вижу, где она. Я, мне надо ружье починить. Ну идите вот сюда, выгляните. Ну на полшишечки. Она? Так она может быть с нетро, ребят. Выгляните немножко. Братцы, я беру нетру и понесу. Нет, это нитроглицерин. Давайте я понесу, я самая быстрая. А стрелы взяли кто-то? Медведи лежат стрелы ваши. Дангар, ты можешь чуть подробнее описать, где находится Софа? Софа внизу в доме была, внизу в доме вот в этом, который прямо снизу. Чё-то как думаете, мне выпадет? Соф, куда выглянуть? Маф, есть такая вообще вероятность. А, вижу. А где вы ее видите? Ну я не вижу Софа, я вижу дом. Соф, ты ушла уже что ли? Да убежала. Да. Я пошла делать похлебку, а то я умру от голода и холода, и вам тоже вымажут. Не, уже Дина тащит. Охраняйте. Охраняйте меня, пуш. Каннибальчики. Ну отсюда вообще все видать. Здравствуйте, Анатолий. Человеченки. Ищи Софу. Это боевой трофей, я хочу что-то полегче. Так, а тут куда нести надо? Вот справа от корабля, который что? А вон там айсберг, видишь, такой голубой.
Ага, Дмитрий, понял. Пойдем на охоту. Ребят, вы лучше меня не бросайте. Мало ли кто на меня нападет. А, хотя ладно, Софа там с вами. Развлекается. Кирилл. Правильно идет, только на втором этаже. На самом деле я вторая. Ну не повезло тогда. Неужели это выигрышная партия? Чат. Что? Подождите меня! Если кто-то умирает от голода, сварила похлебку. Иду кушать. Давайте весь уголь, сколько у вас есть? Нету. А его кто-нибудь собирал? А у меня собрано, сейчас доплывем. Угу. Дайте покушать. У меня два вроде. Вставайте кто-нибудь за штурвал, я пихаю уголь. Я за штурвалом. Давай. Отлично. Я-то слежу, чтобы никто не прокинул. Так а сколько там? Забирать. Давай мне угля. Давай по чуть-чуть. А все тут забейте вообще. Поздравляю вас. Мы доплыли. Ура, рыбочки. Победа. Сейчас поставлю под тобой эту лампу. Так я не замерзаю, ну типа нормально. Главное я уплыть туда. О, по мне стреляют. Я тебя прикрыл. Это она. Хорошо, постоял. Пошел на кровать. Отдыхай. Выбрались. Ну почти. А, и опять по мне стреляют. Да это я бочкой кидаюсь. Сколько урона наносит? Вот, Вик, запомни, сколько у тебя хп? А я не обратила внимания. Ну давай. Ну где-то пол сантиметра. Мало. Что-то мало. Теперь мы выжили. Ура! Ну, видимо. Бросили нас! Да капитана бросили! Так вы пошли охотиться на Софу! А вы должны были сказать, нет, капитан, вернись на корабль, как же мы без тебя? Все такие, ну и ладно, чё, пошел ты. А реально, мы просто взяли и уплыли. Я разобрался. Да это я просто мы с Аркадием задушили Бьорна. Я знаю, что все из-за этого. Ты не справился, я спрыгнула со скалы. Потому что я что-то не рассчитала высоту. Я думала, что двойники не разбиваются, а они разбиваются. Я вызвала двойника. Софа, прости, пожалуйста. Я ничего, отвратительно отыграл. Нет, ничего страшно, Алкал Бьорн. Все отлично, все прекрасно. Бьорн, отлично ты, отыграл. Ты это просто первый отыграл. Опыт. Ты мне понравилось стрелять в тебя. Ты все внимание на себя переманил. Пока я в них стрелял. Это факт. Где, потому факт. Что я пытался не переманивать его. Это не был мой план. Какую хотите? Может, вершину еще раз? Бочки. Блин, я сколько вы в жизни делал, я ж хуй его знает. Да я понимаю, Вершина? Я ж тебе дал шанс. Ага. Да, поехали. Ну, это не прикольно, когда так подыгрывают. Не надо. Ну, нет, шанс. Слушай, для первой катки нет, это было честно, поверь. Типа, это было нормально. Готово. Тебе шанс этот был нужен, чтобы побольше разобраться, тем более эта карта да, была сложная. Да, все нормально, Бьорн. Все отлично. Да не, вы не думаете, что я парюсь нормально? Да я парюсь. Не парься ты, господи. Нет, Бьорн, ты на нас главное не парься. Блин, ну Бьорн, не парься, ну что? Ну не парься, Бьорн. Просто у тебя веничком там. Бьорн, ну на орка можешь обидеться. На орка можешь обидеться. Зайдите на корабль, пожалуйста.
Пожалуйста. Дай на корабле, на корабле. Чует за бортом. Аркадий, опять он ставит свои капканы. Он просто очень-очень быть Амогусом. Просто не хочу быть Амогусом. Чат, ну что, может быть сейчас выпадет? Мирным и кайф тоже. Да, хочу быть мирным и помогать. За что булит Бьорна? 777, чтобы маф. Ладно, давайте, верю, что мне сейчас девятка, десятка придут. Вроде по 5 карт раздают, а у меня 4. Как быть? А, не прогрузи. Да-да-да, там где-то слева у тебя застрявшая пятая. Да. Сюда, стрит. Ребята, можете не париться, я победила. Ты что ж вечно можно не париться-то? А зачем играть-то тогда, блин? Ну ты ж не в бане, зачем же не париться? Спорим на жопу? Давай. Опа! Давай, Вик. На твою жопу, Вик. Спорим. Давай. Блин, опа. Говно. Давай. Let's go, ну. Ну все, минус жопа. А у меня было 5, 6, 7, 8, 9. Ну блин, Вик, извини, минус жопа. Все равно я мирная, за что? Минус жопа. Минус моя тоже, потому что я снова мирная, серьезно, не шучу. Это плохого быть мирным, но ничего страшного. Дин, я месяц не был Амогусом. Месяц. Вообще похер. Так вы собираетесь раз в месяц? Ага. Нет, неправда какой. Мы собираемся. Нет, а когда мы тогда играли, мы играли каждую неделю. То есть 4 раза я не был Амогусом. Антоха, ты не представляешь, как я от вас валила. Блин, я все свои коды тратила. Да нет, но я имею в виду... Нет, 4 стрима я имею в виду. За штурвал, капитан. Сюда, сюда. Мне даже я не могла на вас вызвать. Блин, а уголь-то? Но я на вас вызывала патрон. Хорошо держите штурвал, святой отец. Где вас обучали? Проходите вы. Хорошо, хорошо. Алло, орк. Вы проходили? Орк. Воночек. Орк. Иди сюда. Я думаю, что в этой партии кейк маф. Чё? Я думаю, что в этой партии кейк маф. То есть, Дина, вы мне говорите, Аркадий, вот у тебя поспешные выводы. Да, при этом, блин, игра стартнул 10 секунд назад, вы уж такие. Да, да, ну у меня свои дедуктивные методы, Аркадий. Вот увидите, это... помяните мое слово. Вы меня маринуете. Аркадий, а если я вам сейчас скажу, что я маф, вы меня убьете прямо здесь? Палкой запинаете? Зачем? Ну вы же убиваете мафов. Если покажете у меня... Нет, я, понимаете, я на слово не верю. Если покажете кинжал, то пожалуйста. О, что еще вам показать? Сначала кинжал, а дальше что? Ну, извините, а что я вам верить должен? Ничего себе, тут новости пошли. Нажимаете, и у вас появляется кинжал в руке. Все. Блин, может забрать? А там. Так, тебе сраный волк, отведай доски. Там Вика сзади бежит, она, наверное, соберет мясо. Ну, пару кусков возьму, потому что Вика не очень меня любит кормить. Правильно делает. Вот все правильно, что вот в отношении меня как-то. Так, надо залутать, пока Аркадий залутал чат. Аркадий. Каркадий. Ой. Это что такое? Я хочу вот так вот. Оба. Угу. Ясно. Угу. Угу.
Что делаете? Патроны. Угу. То есть собираетесь обороняться, да? Я всегда делаю патроны. Ну а для чего я Royal Marine по-вашему? Без патронов ходить? Ну да. Так. Ну что, чат, делаем две бочки, идем в пещерку, как обычно. Задача мирного игрока. Так, так, так. Сапрайги. Что тут у нас? Так, так, так. Ага. Понятно. Аркадий Мав, да? Так, так, что здесь? Тотем ставить. Так, сейчас. Стал бы мирный так говорить. О нет, Дина, убейте меня. Прямо на месте. Охотно, Аркадий, охотно. Вот жалко труба, Дина. У вас нет шансов в поединке. А, да? Ну, посмотрим. Он не знает. Что тут смотреть? Ну, в трубу смотреть. Смотрите в свою трубу. Туда этих волчар. Ау, ау. Ау. Ау, 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 ау. Как думаете, что выпадет? Ладно. Лучше бы бочка, конечно, выпала, а то мне сейчас складывать некуда будет. Дина? Да-да-да. Вы забыли вашу трубу, вот. Бери. Да мне не нужна. Орк. Что? У тебя есть место ключик настакать? Кого настакать? Ключ. 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 Есть место под ключ, но вот, нет, отлично. Ключа нет. Забирай, вот здесь, вот, вот здесь ключ. Я побежала на корабль. Ау! Я тоже побегу на корабль. Ау! А, кстати, я же могу обколоться. В принципе. Иди ко мне, я погрею тебя. Орк, ну куда ты? Пойдем. Я думал, тут погреться. Да не, пойдем об лампу. О, уже? Господи, эти малые. Стоп, а где они корабль пришвартовали? Ну, поэтому я предлагал погреться. Потому что они что, слева поплыли? Я уже ничего не удивляюсь. Осторожно, тут мишка. О боже, они слева реально поплыли. Это жестко. О боже, они уплыли, орк. Подождите нас. О, как жестко. Как же я с вами всегда в тепле и уюте оказываюсь. Подождите. Понял, понял. Вот чуть-чуть правее. Всё. Нифига, нас даже мишка не заметил. По идее, не заденем. Не, не задеваем. Там уже кончилось. О, о. А Антоха, Антоха. Антоха говорит, что вы умеете. Я уверена, что это сделал Аркадий. На 7% уверена. А что сделал? На 7? На 7? А что он сделал? Всего лишь 7. Что он сделал? Я убил дубельгангер Натахи. Он пришел справа, где были домики. Вот сейчас оттуда, скорее так. всего, прибежал орк. Биг, но 7%. Ну, на 7% уверена, да. А давно это было? Уверенность. А? Как давно это было? Ну, минуты 3 назад. Я просто, смотри, мы с орком были там вместе, я пошла в пещеру лутаться, мы какое-то время не виделись, вон. Потом он ко мне пришел. Вот. На той бутылке. Ну слушай, это уже 8%, я бы сказал.
Вероятность все растет и растет. Так, Гади, давай-ка я узнаю, правда это или нет, и скажу точный процент. У тебя есть жилка для меня. Это подкуп, да? Ах ты засранец. Вика, ты готовишь покушать? Ну, это тогда получается уже 97%. Вика, а ты готовишь покушать? Ну а как ты хотел? Меня только выпустили из тюрьмы, как я могу что-то готовить? А, тебя убили? Да. Ну, блин, Дмитрий. Ну, блин. Шах и мат. Поплыли. Товарищ капитан, вставайте за штурвал, давайте проведем корабль. А что, угли есть? Да-да-да, он у меня есть. Надо проверить мокрот сначала, секунду. Пусто. Что вы тут машните, Софа? Капитан? Я слежу за дымоходом. Софа находится в месте сброса пороха. Софа находится в месте сброса пороха. Ща как сбросит. Аркадий находится внизу. Аркадий находится внизу. Нет, внизу находится Дина. Да, я внизу, я подкидываю по дыму. Вот, лежит около камер. Аркадий стоит у верстака. Аркадий бежит наверх. Опять у меня зеркалите, значит, вы точно могут кто-то. А вы могут, получается, Аркадий? Вы точно могут, как я зеркалю. Ой! Они как будто влюблены друг в друга. Оба, на кого это? Это, блин, это на Бьорна, это на Бьорна. Бьорн сзади. Все, я подкинула все, что было, я пошла лутаться справа. Вы, а могут, Аркадий, только вы. А ты чего плывешь посреди моря? Ой, как холодно. Ой, плохая идея была. А зачем ты? Зачем ты тут поплыл? Заплываешь? Нормально. Иди грейся на корабль. Ну, нет, я просто услышал звук зомби, говорят, на Бьорна, я и запаниковал. Поплыл. А на кого эти не на тебя кейк? Вроде бы тут бегают. На Дангара, что ли? На будущее кусочек взяла себе чат. Что-то мне подсказывает, этот кусочек мне пригодится. Доплыл Пог. Кто здесь? Кто ходит? Я. Угу. Кекс, что собрал? Где был? Я лутался. А у вас есть противоядие? У вас есть противоядие? Давайте нет. Поиграем. Да есть капканы? Нет, я не делаю капканы. Я чисто углем занимаюсь. Я не Амогус, почему у тебя не те время? Кинжал, покажи кинжал, Аркадий. Что ж там заклят в это все время? На кого? Надо помочь, там бегут мужики, надо. Да, на корабль? Пойдем на корабль сразу. Беги на корабль. А ёпрсе! Ух, ё, их много! Да-да-да, вы успеете? Ты что, они на меня, что ли? Насилую! А теперь они друг друга бьют. Да, они друг друга начинают бить. Хотя... Печку-то не затопить. Побеждает сильнейший. Все, все, они перебили друг это друга? Мы. Окей. А у нас покушать готовят? А, Вика там еще собирает, наверное. Очень хочется. Я скоро буду переходить. Очень надо. Кейк, может, ты поможешь Вике с едой, потому что ее убивали? А, или где кекс? Я... У меня есть... Очень грандиозный план, и я уже почти близок. Еда! Интересно, что за план у него? Ну, я просто не понимаю, мне нужно волков лутать и самой что-то готовить, или все-таки ребята справятся? Пу-пу-пу-пу-пу. Заварю-ка кофейку. Блин, на самом деле мне надо, наверное, палки брать, потому что вряд ли у кого-то будут палки. План капкан. План капкан, да. Хотя ладно.
Я просто понадеюсь, что у ребят что-то пожалуйста, будет. У вас не найдется капкана или стрел, пожалуйста, чуть-чуть, прям совсем. Нет, я тебе шестеренки вот тут вот будут, в левом штаке. Да блин, штаке. А где крафтить-то я их буду сейчас? Так, типа назад, да? Ты можешь на нашем корабле, можешь в палатке покрафтить. Там одно просто... Ребят, давайте я корабль еще проведем. Ни одного куска хватит. Давай, сейчас. У меня четверть еще. Вот. Ребят, а чего вы тут волков не собрали? У меня места нет. Слышь, Соф, ешь еще один кусок, да-да-да. Хочу яде. Не, не надо, ну а зачем? Просто будет инвентарь занимать. Ребят, давайте корабль проведем, у меня есть 8 угля. Сколько? 8. Все на борт. Дим, ты готов сейчас, вставать? Сейчас, секунду, погоди меня, у меня бочка, там тоже 3 угля, я тебе, ой, 2 угля, я тебе сейчас отдам. Но я все равно сдам, придется пожертвовать этим. Ну да, это придется, это 100% факт. Согласна. Ребят, Динамав, да, ребят, я ни разу не подумал. Дим, ты где, возьми? Да, ага, окей. Дангара Могус, принято. Дангара Могус. Штурвал. Принято. Так, Дим Бейл, я тебе лампочку поставлю, чтобы ты не мерз, потому что смеркается. Он все еще находится в тех домиках, он пытался меня там второй раз убить. Да. Аркаш, растопи печку, Аркаш, что? Растопи печку. Сейчас растоплю. Ребят, я завожу корабль. Хорошо. Как я могу, цифры. Это нормально. Мне нужен кто-то на носу, я примерно запомнил траекторию, но так, на всякий случай. Вот так, держи. Подстрахуйте кто-нибудь. Может, чутка левее наслунять. Левее. Даю. У кого-то есть доски на ремонт на будущий? Я варю похлёб. Вот так, да? Кто помер? Можно ещё чутка левее наслунять. Чутка. Это Дангар помер? Походу от голода. Здорово. Да, нет, это окей. Сейчас смените меня на носу, мне очень холодно. У тебя Дангар убил? Ключ есть, сейчас открою. Я выбрала. Кажется, план Кекса не сработал. Откуда вы знали, где у него мой ключ лежит? Ладно, подсматривала. Подлёбка почти готова. Чутка правее, Дим. Зачем лево берёшь? Мне показалось, что там справа уже стена. Все, держу. Ну вот сейчас можно 9 градусов на 17. Кушайте в плите похлёбку. Все, уголь закончился. Нет, резко в плите, нарисовал. В плите похлёбка. Я не могу сменить меня, у меня уже минус КП. Ладно. Понял. Ну сейчас я встала. Нет, мы же не пойдём куда плыть-то? Куда плыть? А вы выбрали уже место? Я все, мы уже почти добрались. Ну вы выбрали уже какое-нибудь романтичное место. Кто там управляет? Я умираю просто. А все, мы доплыли, считай. Тут уже медведь. Но надо вскрывать этот сейф. Есть у кого цифры? Я бы выставил. Давай сейчас посмотрим. Блин, я должен был убить сейчас медведя. Блин, упал вниз. Сейчас убью их, блин. Кекс, а какой у тебя был план? Первое 4. Не упасть. А, ну все, мы доплыли. По сути. Да, покушать возьмите в плите. Она я поставила третью двойку. А четвертая двойка нет. Это правильный. Все цифры выставлены, кроме второй и пятой, да? Угу. Пятая. Раз, два, четыре. У меня шестая есть, шестая двойка. Последняя два, это 100%. Ну, подожди, вот по одной щелкаем. Отойдите, пожалуйста. Или вторая щелкаем. 6, говорят. Так Кейк же кричал, что вторая 6. А, ну да, ну. Ну вот, доверять надо друг другу. Дима Бейл, возьми ставьте свою бочку. Ставьте ну на, попробуй. Правый ящик, Бьорн, правый ящик посмотри. Чего ты говоришь, Дин? Возьми свою бочку, я тебя поставила. Угу. Морг, я иду убивать Дангара. Пойдем вместе. Ну ладно. Я тоже хочу убить Дангара. Как сделать с Натахой, пойдемте. Мы идем с Антохой убивать Дангара. Нет, мы хотим с Антохой вдвоем, у нас интим. Да, все, пойдемте. А, ну это такое дело, да ладно. У нас есть с ним договоренности. Хорошо.
Антоха, подожди, ждите меня. Подождите. Ой-ой, этот дангар. Он находится на втором уровне. Где а вы куда? А вы не пойдете? На крюке, на втором уровне. А на медведей, может быть, пойдем? Он медведя, у нас и так два ружья. Ребят. Он на ледоколе, на ледоке, да, он на ледоке играет. На ледоколе все. Отстой, это... не попало. На ледоке. А мы вдвоем-то не справимся с медведями, ребят. А у меня все? Только одна винтовка, да. А где все? Я сделаю еду и приду. Там же куча похлебок была. Прям до хера. Не знаю, а кто второй маф? Осталось. Кто второй маф? Если что, есть хилка в том ящике, который ты мне оставил. А кто второй маф? А, не знаю. У тебя есть место для бочки? У тебя есть место для бочки? Это, наверное, не на нас. А нет, на нас, пойдем, 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 идем на корабль. А где орка Вика? Они пошли там убивать. Да? На ледоколе. А капканы-то у нас есть, если что? Там кейк ты наделал кучу капканов, но где кейк, я не знаю. Так нет, Вика и Орк забрали ружья, куда они ушли-то? Они сказали, мы пойдем убивать Дангара. А, и ушли убивать его, понял. А у нас время-то идет. Может, ребят, сюда в медведя пострелять, или это плохая идея? Не-не-не, он просто к кораблю придет, переломает весь лед, и потом нам придется плыть, вот как ты плыл. Понял. Так, я сейчас сделаю два капкана и пойдем на него. У меня есть два выстрела. Бьорн, а сколько у тебя выстрелов? Три. Ага, ну убьем, да. Полагаю, это мимо заряженного. Только смотри, стреляй в медведя, когда он попадет в капкан. Не ранишь, mm-hmm. А то он нас убьет. Пойдем. А есть смысл стрелять в голову? Ну, вообще, да. Я с вами бегу. Тогда бери камни, чтобы еще и кидать камни в него. Короче, я забайчу его, он побежит в капкан, попадет в капкан, и тогда ты в него стреляешь. Подожди, камни зачем? А? Камни зачем? Камни? Ну, они тоже дамажат. Так, отходи, отходи. Так, первый готов. Первый? Их больше одного? Да, там еще один. Блин, а вот второго мы не убьем без ребят. У меня остался один капкан, и патронов нет. У меня еще три капкана. Давай я тебе дам, ты поставишь как нужно. Дим? Ну их тогда надо как-то в ряд накинуть, ща. А чего остальные-то с нами не пошли? А я не знаю. Ружья забрали. Вдруг мне тогда капкана. Ну, орк с Викой ушли с ружьями. Я думаю, там сейчас кто-то из них умер, наверное. Потому что, скорее бы всего, гудки. Либо орк, либо Вика. Гудков не было. Но... Вдруг у него голодные детки и ждут его. Ну, медвежатиной сможем накормить деток этого медведя. Жесть, как капитан ловко раскладывает эти штуки с трубкой во рту, не понимая. Опыт. Чисто на опыте. Погоди, а где медведь? Его там нет? А, может, его Дангар уже убил?
Видимо, Кекс все-таки убил медведя. А-а-а. Блин, нам бы не наступить в свои капканы потом. Значит, надо аккуратно возвращаться с капканами. А вон там внизу какая-то заваруха идет. Они, походу, убили всех. Тогда собирайте доски, сейчас сделаем костры и понесем это. Почему-то Кекс убегает от я не знаю кого. Выстрелить, не выстрелить. Так, у меня 10 камней есть. И много досок. У меня 5 камней и тоже пачка досок. Давайте здесь вот на входе в пещеру поставим, чтобы пещера обогревалась. И еще у меня 9 угля. Ну, это на будущее, что корабль мы точно доведем. Чат, я же не ошибаюсь, что раньше костер требовал только... Неуютно здесь ветер завывает. Да нормально. Так, давай второй сразу поставлю. Два костра? Добрали, да? Да-да-да, чтобы на тройку Дина говорит, у нее 9 угля. Да-да-да. Я пойду тогда возьму нитру. Да, давайте неси. Так, держи два камушка. Место освободило. Так, раньше как будто три камня нужно было. Четыре, думаешь, аномады? Завтра, чат, у нас будет киноподкаст, и после него Кекс позвал меня поиграть вот в эту игрулину West Hunt. Я смотрел у него, мне показалось очень прикольно. Ну, я, соответственно, на стриме поиграю в нее. Там очень классно за всеми участниками наблюдать. Это по твою душу, Дин? Скорее всего. Нитру, бегите ко мне. Быстрее, бросайте нитру, бегите ко мне. Потому что, скорее всего, на нас. Да, это на нас. Они уже тут. Они уже тут. Да я давно бросила и отбиваюсь от них. На мне двое, если что. Ребят, помогите! А где вы все-то? А куда вы все делись-то? Дай доски, Бьёрн, дай доски. Прямо сейчас тропни их. Ага. Вот. Я могу принести, а дать тебе ружье. Да не-не-не, у меня скорость самая высокая. Логичнее мне нести. У этого персонажа она просто выше. Но мы сейчас отогреемся, дождемся рассвета и тогда пойдем. Хотя, с другой стороны, можем, в принципе, пройти и так. Я сейчас на полную отогрета. Угу. Там ставил, да. Как... Я дойду точно до следующего костра. Ну, разок-то West Hunt точно прикольно поиграть. Ты погоди, ты погрейся, или ты... Я почти фуловая. У меня почти на фул... А, все, рассвет. Класс. Блин, чат, это что получается, все кроме меня и Вики побыли мафами? А что если мы только втроем живые остались, не маф? Да. Придется уплывать. Ну, плывем, да, одни. А что еще делать? Поплывем в просторы. А кто дрожит? Бьёрн, ты дрожишь? Тут еще уголь, но, наверное, не нужно. Ну да, ну, тут я возьму на достаточно. А, они сидят. Ничего, все мертвы. Ну, вон там бегут Аркадий. Не, походу, они амобусов попустили. Бахнули их. Вышли на охоту. А зачем-то орк стреляет. По нам? Нет.
Бежим! Да орк целится, вот и я целюсь. Зомби за тобой. Я уплываю без всех. ББ. Патрон, пожалуйста. Эти слитки сделают 1000 патронов. А че двери-то закрыли? Я защищала, но наш корабль. А-а-а. Поэтому... Полный вперед! Отдать швартовые! Давай! Аркаша убила Тогу! Ну это ради контента, это ради контента! Стреляй в него, Бьёрн! Стреляй! Стреляй в Аркадия! Я не вижу где его! Ну где-то там сзади, сзади, сзади где-то! Вдалеке сзади! Я убью его. Эх, Кекса жалко не спасли. Ну не, он красивый, он убил этого медведя, но вообще ничего делать не пришлось. А как Кекс второй раз умер? Ну он, видимо, вот убил его и умер. Может, его там волки загрызли или еще что? У кого-нибудь выкинул сов под подо мной. Ой, человек за бортом. Победа. Просто нельзя выпить. Там КВ, XDD сидят рядом с костром. Эх. Да ладно, Дангар, бывает. Не фартануло. Да, у Дины вон Эс. Ну, они собрались, и теперь они устроили здесь вот этот плотнич. Так, ладно, ребят, это у меня последняя была, у меня поздненько уже. А... Не будет ли? Серьезно? Вот так вот. Да, я думаю, всемиром тоже будет весело. Гиперластин. Нет, ну, ладно. Всемиром же мне нельзя. А, можно. Нельзя? Можно, но мало будет народу, а? Да. А вы еще одну хотели? Да, голостетку на мини-карте, которая маленькая. Давай на самой первой карте, она типа 20 минут. Окей. Давай, Бурн. Что, вы говорили Бьёрна? Да-да, я говорю, окей. О, кайф! Супер-мега-ультра-супер-дупер-ластетка. Ну, Софа заводит же. А который час у тебя, Бурн? У меня 11. Создала. На стандартных настройках. Да-да, на стандартных. А где ты находишься сейчас, если не секрет? Мы отлично провели с вами время. Спасибо вам за эту компанию. Вы там на охоту ходили, да? Блин, завтра поиграем. Я не приходим, а он там мертвый. Стоял рядом. Твой план капкан был? Молчишь, если что. Капец. У нее было ружье. А, я на V нажимаю, не на Ctrl, блин. Понятно, все с вами. Я, короче, хотел обоих убить и принести побыстрее. В следующей игре. На подкасте будут Инсайдер, Хансик, но они на меня Юля Байор, Кьюбайт и Слава Тарблейд. Да, и они меня, на меня травили за лупу. Была, если что. Я спрыгнул вниз и забыл, что мне надо кирку достать, чтобы разбиться, блин. А кто был вторым? Я не Амогус. Кто с Дангаром был? Дангар и Орк. А я десятку скинул за десятку. Бьёрн, спасибо, о, что ты не лёг спать ещё. Ребят, ты поставить не хочешь, да? Угу. Бля, прикиньте, у меня... Не, ничего не хочу ставить. У меня 9, 8, 6. Ну просто жесть. Ну у тебя и нет уже. Сильная комбинация, называется ничего, Бьёрн. Жесть. 9, 8, 6. А ещё две карты Бьёрн не додали.
Да ладно, сюда. Дима опять выиграла на тузах, серьезно. Ну, да, там две пары. Да, два тузах королей были. Так и нет, снова мирная. У меня дамы и короли, это просто вообще впустую. Сдевайтесь. Я, кстати, тоже. Признавайтесь, кто Амогус? Я. Слава богу, не я. Наигралась сегодня за Амогуса. Я думаю, что Оркмэр. Конечно. Короче, Софа опять что-то мутит. А сколько раз Софа было? Пять? Слишком много, и я радуюсь, что я мирная. Пятая катка на сегодня? Три? А когда ты посчитал пять? Пять сразу. Я не знаю, просто наугад бросил. Ребят, вы прикиньте, я снова мирная. Она точно была, а то может быть и 4. Не-не-не-не, я больше не могу. Слава тебе, господи. О, уголь, а кто положил уголь в сундук? Кто уголь в сундук положил? Нет, это пятая. Пятая. На какой подкаст? Рукузи. Покажи жопу. Ой, я не планировала показывать жопу. А. Ребят, дополнительный уголек тоже подкинула. Вы понимаете, 5 мирных каток. Софика была, Натаха был, Аркадий был, Вика не была, Бьорн был, Кекс не был. Окей, я, Кекс и Вика не были мафами, ладно. Покажи жопу, тогда будешь за мирных. Перегрели. А могут ты? Да вы чё, первый уголь, ну так не делают. Да я знаю, это амогусы подкинули. Аркузи, я не поняла, что минус реп. Дружище, мы как-то с тобой на разных языках, кажется, общаемся. Я тебя не понимаю. Блин, ну кто первый уголь мошнит? Корабль это же фигня. Починить или мне тоже надо этим заниматься? Так надо ресурсы сначала. А кто первый уголь же не мошнят? Зачем? Так это перегрели, блин. Может быть, даже не специально. Первый уголь не мошнят, его не воруют, а перегреть могут. Не-не-не. Теперь с первым углем ничего плохого никогда не делать. Ну ладно, может быть, вы делаете, но как-то принято обычно. Иначе это слишком имбалансно. Чтобы сделать себе порох. И мы с ней отходили вместе от корабля, и корабль взорвался. Это фигня. Понимаете, если... Я понимаю, на что вы хотите, чтобы... Ну зато они точно должны знать, что это не я, потому что я так ни никогда не делаю. Нет, я просто хочу, чтобы вы сделали выводы. Зачем люди приходят ко мне? Но вас уйдет, я знаю, вы хотите, чтобы я взял свой пистолет и застрелил Дина, который бежит. Нет, ни в коем случае, может, конечно. А я тут при чем? Диночка, к сожалению, вас хотят заказать Дина. Но если мы договоримся об оплате. Но я же не пицца, чтобы меня заказывать. Вы мой должник, Аркадий, два раза. Сейчас не Додо пицца по промокоду Дина, блин. Правда. Ладно, хорошо, вы пойдете на чертового медведя. Да, пойдемте. Только нужно запастись едой, чаем и капканом. Блин, тут еще и санки с углем в разных местах спавнятся. Очень рискованно. Да, это очень рискованно. Ту-ту-ту-ту-ту. А, чат, кстати, по планам московским, смотрите, какие ориентиры могу дать вам. А знаете, что я хочу сначала послушать? Это будет слышно? Бурн бегает. Вот, ничего пока. Хотя погоди. Софика. Стоп. Пока мы бегаем. Расскажите, что вы делали в прошлую катку после того, как мы вот с вами расстались? Я не рассказывала о вас. Я сделала для вас патроны в качестве
Два, сколько я вам дала? Два патрона за два первых убийства вывели. Они были в сговоре в прошлой катке? Нифига себе новости. Так вот, по планам в Москве. В четверг там будет вечеринка ВК. Ну, там без стримов, там нельзя стримить. В пятницу стрим с Джабраиловым, Эрольчик. Я думаю, может быть, в московский зоопарк сходить с ним? Что думаете? В субботу, если получится, стрим с фейс-контроля у Бандоса. Волки тут, да? Сюда не надо ходить. И в пятницу вечером я буду еще у Юли на стриме. В субботу... Так... А, вот, подожди, в субботу стрим с фейс-контроля, то есть в пятницу с Джабраиловым, в субботу с фейс-контроля с Бандосом, и в воскресенье... Так, это моя там жилка. Здорово. У меня уже две будут. И в воскресенье... и в воскресенье стрим с девочками было не было. Вик, могу тебе шкуру дать? Использовал? О, дай. Дай. На, забей. Кайф. Я думаю, чаткатка все равно проиграна, потому что, видите, у нас ничего еще нет. А тут только один верстак, да? Ну, мы, скорее всего, эту партию уже проиграли из-за того, что первый уголь испортили. Но попробуем. Да нет, все нормально. Здесь, в этом месте, три бочки угля, вот в этой локации, где мы сейчас. Мы на нем дохрена доплывем. Потом мы сейчас пойдем убьем медведя, и все. Я... Ты пропадаешь, Кекс, тебя не слышно почти. Ты пропадаешь. Свернись и развернись. Я медведя трахну. Тебя не слышно, сверни игру и разверни. Ничего непонятно, только то, что он трахнет. Кого ты трахнешь, Кекс? Ты, может... Вероятно, медведя. Да, все верно. Кайф получается. А второго трахнешь, там же будешь трахать? Или он один там? Нет, он один. А, что, слыхать меня сейчас? Нормально? Да, говорю, ты будешь один трахать или с кем-то? Если хотите трахать, то уже после того, как я его трахаю. Короче, я отвечу. Главное, уголь таскаешь на кран. Как же он пропадает, капец. Хорошо, я займусь углем и всем этим. Ты занимайся едой, Вик, я займусь углем. Я успеваю всем заниматься. Я уже приучена, что если я не занимаюсь всем, мы умрем. Ну просто смотри, сейчас у нас нет еды, а уже ночь. И она есть у меня в инвентаре. Вот, ну, в смысле, она же не готова? И... Нет, потому что сейчас ночь. В это утро несу весь уголь и мясо, как обычно, и делаю. Ладно. Нет, знаешь что, я сварю себе, пожалуй... Хотя ладно. Кекс, тебя почти не слышно. Попробуй сверни игру и разверни. Да что вы в верстаке бесконечно делаете? Свернул, развернул, жду верстак. О, кайф. Дайте я туда кину. Господи, дайте я уголь выложу. А есть две шестереночки, пожалуйста? Сейчас да. Буду искать, дайте я положу уголь выложить. Ребят, нас всего трое, давайте мы сможем пообщаться. Я положу сейчас шестеронки Кексу в верстак. Я выложила уголь в верстак. Я просто тебя найду и скрафчу себе то, супер, что супер, все, я освободила. Класс. Тут еще есть шестеренки. Давай. Мне на медведя вообще все нужно. Ты капканы? Сейчас я верстак выложу. Артист, привет. Ой, я погнал, короче. Давайте там это делать. Да, меня позвали поиграть. Ребята. А ты уголь... Ты бочки сделала? Да, у меня две бочки. Так, я сейчас соберу, что тут еще. Или ты собрала? Я пойду тогда на корабль отнесу. Блин, чат, было бы прикольно, если бы вы пришли туда на фейс-контроль. Я бы вас не пустила, было бы круто. Чё, будем отбиваться, если на нас?
Вроде на кекс, не, на кекс. На кекс, пойдем. Надо помочь, надо помочь. Кекс! А, нет, на нас. На тебя, походу. На. Это из-за хера прям. Ага. Блин, их бы залутать и все мясо выкинуть с них, но времени нет. Да не, брось. Хотя можно подождать, пока кто-то кормиться сюда придет. Блин, нифига, корабль еще так далеко. А Кекс чисто одинокий рейнджер пошел убивать, да? Ну, он сказал, хочет жестко его трахнуть. Я на корабль, Вик. Да, я сейчас мясо доберу, тоже приду. Так. Ребят, у меня еще 6 угля. На будущее 10 досок это как один уголь. Угу. Нихуя себе. То есть, если ты не можешь найти уголь. Ребят, у меня 6 угля. Угу. Давайте проведем корабль. Да блин, мы только что вылезли. Давай, ну, сейчас давай. Бэйл, иди управляй, а мы соберем. Доски соберите, да. Вика скоро придет готовить похлебку. Кекс решил пойти один на медведя. Вот такие новости. Вот дает. Я завожу. Отпускай. Подождите. Так ты сейчас сядешь на него, Вик. По пути запрыгнешь. Еп. А я могу туски закинуть. А у вас какие новости? Да нет, туски не надо пока. Еды бы. Вика сейчас будет готовить. Готовлю, я готовлю. О, кайф. Доски не закидывайте пока. Берегите. Дин, я тебе могу скинуть этот дух. Стоп, а у нас корабль раненый, блин. Ребята, а чего корабль-то не чиним? Я починю. Вик, ты готовишь сейчас? Ну, как приготовлю, починю. Ну, надо сейчас, чтобы... Я сейчас починю. Дайте доску! Давай! Да ёбарата ты, блин, ну... Передержали или что? Передержали, походу. Чиню. Нет, почему? Если ты задамажился... Я задамажился, я внизу стоял... А кто за рулем? Так что две штуки. Я был за рулем. Ну, не знаю, у меня еще было далеко до передержания. Когда мы брались... А, блин. Так это, может, Дангар подорвал, не? Я подорвал, это да. Бейл. Дайте, пожалуйста, доски на починку. Ну, я не буду просто убивать тех, кого подозреваю. Дайте доски на починку, пожалуйста. У кого есть доски на починку? Я сейчас починю, договорилась. 10 досок. Берите кушать. А может, он все-таки порох рванул? Ну, может быть, еще докинули. Но я выкинул тот 5. Я вам показывал. Не, ну просто у меня реально... Не, я следил, типа, за паром, у меня еще было много мест, чтобы плыть на шифте. А у нас, типа, весь уголь сгорел? Получается. Да. Ну, там... А-ля. Там немножко было запихано. Я сначала по одному подкидывала, потом два или три положила. Так, я сделаю сейчас. И пошла чинить. Чё, починили? А, починили? Нет, не починили. Но еще мигает. Ну, у меня закончились гвозди. Не, всё. Всё, последний был. Снова Бэйл плашать. А еще пожрать. В плите. Я еда. Не знаю, я этого не делал. Дангар вроде не делал. Ребятушки, Бэйл остается. Ребятушки, вы же справа собрали уголь. Давайте подкинем то, что вы справа сейчас собрали. Так нету, блин, еды в плите. Где в плите? Было в плите. Да, я все сварила. Там должно быть 6 похлебок. Да, ребятушки. Я одной похлебки. Ребятушки, вы же справа собирали уголь. Давайте его подкинем. Знаете, кто-то забрал все похлебки. Вот, значит, на корабле просто обобут.
Ну, на корабле обобус. Ребята, вы собирали справа уголь, давайте его закинем. Мы уже закидывали его. Когда вы его закидывали? Ну, типа, вначале же взорвался этот бойлер. Ну, короче, я не знаю. Закидывали, подождите, подождите. Хочу максимально без негатива, но все говорит о том, что Дмитрий. Да это Дмитрий. Нет, ну, я не буду просто его убивать. Вы хотите, сами убивайте. Короче, вы справа собрали угол, вы его не закидывали, потому что мы плыли на моем угле. Меня убивать, когда я лезу наверх, так сразу все за. Нет, да убивайте, я никого не убиваю, типа, ребят. Я не против. О, меня еще и отравили, прикольно. Ну, это, конечно, я, да. Но я сам. А кто раньше съел похлебку? Я, у меня все было хорошо. Я съел две штуки. Это не похлебка, это я чай выпил. Я не помню. Трава, чай. Короче, обосранная, ее отравили. Ну, кто-то на корабле обобус, я же говорил. Он мог сам себя отравить. Я ключ выкинул, если что, откройте меня. Да, 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 где ключ? Я ключ положила на носу корабля. А что ты выкинул сейчас за борт? Траву? Траву, да. Дима, где ключ, я не вижу. Я положил его на носу корабля, ребят. Все. Так я сейчас умру, у меня все равно открыть надо. У тебя нет антидота? Нет. Ребята, срочно освободите меня! А что произошло, Кекс? Пожалуйста. Медведь на... Ой, бля, медведь. Призыв этих говноедов на меня вот только что был, а я замерзал. Срочно, ну, срочно. Открывайте, Кейка. Так, я не знаю, где я нашел ключ. Я сейчас возьму ключ с носа корабля и открою. Так я покушать принес. А, давай, открывай рот. Фу, ребята. Лови. Спасибо. Бодрит целый дух, говорят. Бодрости прибавилось, это точно. Так, и кто это? Йор, а ты то, что стоял на... Чё? Дангар, я только вышел сюда. Ладно, перестань. Извини, все, обстоятельства. Смотрите, я натяла карты! Привет, Дим, до сих пор, да? Но мы не приехали, потому что первый раз взорвалось, и второй раз взорвалось. Первый раз не взрывалось, первый раз я вытащил. Короче, смотри, как было, Дим. Я закидываю уголь, поджигаю его, и падает 5 пороха. Я эти 5 пороха беру. Были только мы трое на корабле. Я, Бьорн и Дима. Я его выкинул, этот порох, с корабля, когда мы плыли. Потом да, опять мы... докидываем уголь и взрываемся. Я в этот момент докидывал уголь, прям стоял. Ну смотри, Дангар, тогда для тебя точно либо Бьорн, либо Бейл виновен. Правильно? Ну да, вот я и говорю. Так может, нет, быть, докинул, могли же смотрите, докинуть. Может быть, докинул кто-то заранее, но потом же взорвалось еще раз. Да, мы не кидали. Ну я точно не кидал. А кто облутал труп Бейла? Я не у меня ничего и не было. А как это у тебя ничего не было? Ну я в сундук положил саблю свою. Мы даже не собирали. Ну короче, я не знаю. Пришел Бейл, взорвалось, непонятно почему. Кто-то его отравил, хотя я похлебку ел, чай Вика не делала. Я себя тоже травил сам специально, чтобы скинуть себе подозрения. Да нет, я правда нифига не делал. Я попил чай, потому что еду всю забрали. Давайте сейчас проверим кое-что. Да как там ни одной похлебки-то? Как можно? О, блин, надо было мне себя побить, куча чтобы была. Посмотреть. Так я тебе забыла, говорю, ребята, не было ни одной смотрите, похлебки. Ребят, я ключ, сейчас... Пойдемте, ладно, ключ, короче, скоро я вам скажу процент вероятности, что Бейл мав. Я тоже думаю, что для Бейл меня... Бьорна, чего? Ну, не знаю, он на улице стоял, когда холодно было. Что стоит на улице было, когда мороз? Ну, идите, ну, идите сюда, идите сюда, идите сюда. Ну я не знаю, ну скучно, скучно стоять в комнате, у меня был фул, я вышел. Идите сюда, идите сюда, я вам скажу, послушайте. Короче, там... Пойдем. Дангар, иди сюда, это... Ты короче, булькаешь, я... Ты булькаешь. Вот так не булькаю? Ну немножко. Нет. Я в сундуке увидела у Бейла, что там лежал шприц, я положила ему свой точно хороший, а его вколола себе, посмотрим, буду ли я блевать. Я не слышу, если ты бьем, слышишь. Да, было понятно. Блин, ладно, забейте, пойдемте. Ты когда шепотом говоришь, ты булькаешь, и тут без разницы. Да, просто, да говори... Да, нормально. В полный голос. Короче, я вколола себе шприц Бейла. Посмотрим, что со мной будет. И ты выхилилась, но ты не отравилась. Да не, у меня полное ХП было, я забыла себя побить перед этим. Но смотрите, у него не могло не быть вообще вещей. Я думаю, что это Бейл. Он сам себя отравил.
чтобы разыграть сценку. Ну, да, это Бейл, я думаю. Да. А. Ну, сейчас поищем, сейчас скелеты будут, поищем. Ну, там кекса надо освободить. Так кекса мы уже освободили. Осматривай скелетики, в скелетиках часто ключи. О, я нашла один ключ. О. Тоже ключ? Взорвали, ну это точно не мы, но... А, взорвали, во, это... Нормально. Доплывем, по идее. Короче, давайте я пойду открою, у меня один ключик есть. Давай, я могу кекса открыть, а ты иди и делай полезные вещи. На, держи. Сделать наверх, понятно, угли дал вот так последний. Блин, да, у нас потому что по углю вообще плохо. А, давай сейчас сделаем тебе кирку, и ты пойдешь. Давай, давай, давай. Ну, у меня нет, у меня только дерево с тобой. Да-да-да, я нашла шестеренки, сейчас сделаем. А тут смотри, тут есть всякие штуки. Сейчас. Я делаю тебе кирку. Ага. Кекс просвет. Это когда кекс просвещается. Да, держи, для тебя кирка в верстаке. Забирай. Угу, понял, спасибо большое. Угу. Я пошел собирать. Давай. У тебя бочки есть? Нет, да, я тебе дам бочки. Давай, ну, я тебе дам бочки. Есть... А, вот. У меня есть эти четыре места. Держи. Все, спасибо. Давай. И прикиньте, сейчас окажется, что он маф. Вот это рафлан, конечно, будет. О, неформал, привет. Нет, это не запись. Ну, я просто стараюсь чат не смотреть, потому что все стримят. Чтобы... А, я мирная. Ты понимаешь, у меня 5 каток подряд на мирном. С кайфом. Да. Ну, у нас тут первый уголь. Первый же уголь сейчас взорвали, поэтому мы очень далеко находимся. Эх. Интересно, кто вообще жив? Открыл ли Бьорн кого-то? Призывов тут, конечно, было. Тут есть лестница? Не, я эту карту вообще не знаю. Потому что я на ней очень мало была. Так, ну хотя бы я не замерзла. Ага. Может быть, это Дангара загрызли волки? Что думаете? Короче, я гвозди выложу тогда. Ну, только одну подписку пока подарила. Все, давайте на корабль. Как же мы далеко, капец. О, кекс! Как дела? А, ты живой? Ну да, ты живой. А у тебя как дела? Что тут делаешь? Что не едем, не плывем? Да вот за углем ходила. Несу 4 угля. Точно? Никого не убила на корабле при этом? Да я точно мирная. У меня вообще маф не падает. Ты меня услышал и не пошел туда. Что было, Вик, рассказывай. Да. Меня орк застрелил, я насобирала, блин, 6 угля, ага. Вот, он у меня выстрелил, я начала кричать, чтобы кейк туда не шел, и все. Ага. Вы тут полезным чем-то заняты, правильно? Кто мафы? Да вообще, Бейл полезный. Меня убил, мы пошли за нетрой. Два человека говорят, что я думаю, один. Нет, я думаю, что меня подставили, и второй маф, это Дангар, а не я. Мы шли за нетрой с Аркадием, забрались... А Дангар пришел с бочками с углем? Мы плывем ночью, мы плывем нет. Ночью. Угу. Я ему дала бочки. Мы плывем? Я говорю, меня подставили. Ну, мы плывем сейчас? Давайте, да, давайте плыть, чтобы кто-то сменять друг дружку. Я встану наверх, подождите, сейчас давайте встанем, чтобы порох не кидали. Давайте закидывайте весь уголь, и я свой по одному буду закидывать. У вас есть лишний тесак какой-нибудь? Я стою, проверяю. Вы выйдете. Кто-то встал за штурвал уже? Тебя.
А на носу кто-то стоит? Кто-то... Я штурвал. Мы стоим с Бьорном внутри. Ладно, я верю, как-то мы даем ему на нос. Штурвал, да? Не, ну я готов отдать штурвал, типа, без проблем. Так, у кого уголь еще есть? Держи, Кекс, я тебе подножки кину. Подножки кину. Да, сейчас, погоди, у меня еще нет подков. Можно вот начать левее забирать. Чуть-чуть, прям слюнявить немножечко пальчик. Слюнявить. Вика, вот от тебя не ожидал, думал, ты играешь активно в игру. Стой, 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 вот чуть-чуть. В смысле? Меня застрелили, я набрала угля. Идем, идем, вот хорошо, отмаз, хорошо. Блин. Все, левее можно сильнее. Как думаешь, ну, Мухаммед Али, когда становился лучше, мог бы так сказать? Я согласна, ты выиграл эту катку, поэтому я преклоняюсь, и мне очень стыдно. Не, я же не в этом смысле, проблем в том, что нам, походу, угля чуть-чуть не хватит. Вот так держим. Я могу доски подкинуть. Поставил лампу под ноги. Покушать, а то я не доживу. Да, надо все закидывать, трусы, блин, носки, давай. Правей, 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 правей. Так, я пойду сделаю. А я умираю от холода, Дина, надо подмени, сейчас, пожалуйста. Да, пока мы сделай гвоздей. Пока сделай гвоздей, я на коврик положила гвозди. Шестеренки, сделай гвоздей из них. Ребят, не вижу. Левее, левее, чуть левее. Куда положила? Куда положила? На коврик, как вижу. Спускаешься с носа. Чуть правее. Чуть левее, левее. Блин, левее. Левее, левее, левее. Левее, 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 левее. Сейчас врежемся. Да не, забей, забей, мы уже врежемся немножко. Починимся. Хотя, может быть, обойдем. Не, врежемся. Боковины врезаемся. И правее бери. Чуть правее. А, уже все. Он забрал. Уже все, уже все. Бьорн, ты сделал, да, гвоздей? Ник, наверное, забрал доски рядом. Бьорн? Ладно. Я им кидала, чтобы он их закинул, да. А, да, ладно, мне просто нужно было, чтобы поесть, хорошо. Я бы тоже поел, кстати. Жрите человечину уже. О, да, так, а есть еда? Нет вообще еды. Дмитрий очень вкусно. Ой, оставьте мне немножко Дмитрия, пожалуйста. Да конечно, в смысле, ребят? Вот, оставила. А, вы про того Дмитрия, который уже тепленький. А кто вышел сейчас из тюрьмы? Точнее, холодненький. А кто вышел из тюрьмы? Я бегу за Диночкой. Я выпустила Дмитрия. Так, мне нужно к моему телу, там три шприца. Ну давайте делать, давайте собирать доски, на досках поплывем, раз нет угля. Или есть? А вы угли там собрали далеко вот? Вот здесь я у подножия была, я у подножия собрала, дальше я не ходила, там кто-то другой был. Опасно, конечно, идти у Аркадия оружие. А у тебя ничего вообще нет, у тебя только кулаки? А мы можем попытаться. Так. О, может, в сундучке что-то есть сейчас? О, о, да, я теперь с оружием. Ну что, нашла? Кирку, порох, так, нахрена мне порох? Пороха нет. Это все съедено. Блин, надо что-то поесть. Сейчас я зайчик какого-нибудь пью. Ребята. Умираем с голоду на подступе. Так, я посмотрю наверху, может, там есть уголь. Давай, я внизу пока. Очередной взрыв неожиданный. Охренеть! Все собрано. Ей! Чуть-чуть восстановили здоровье, чат. Угля нет.
Ну, то есть, считайте, у нас 17 досок. Я, конечно, вообще. Так. Может, тут что-то, чат, найдем? Да, там мой труп. О. Сюда, уголек. Мой труп. Ой, Антоха умер рядом со мной. Так, ты взяла сколько-нибудь угля, Софа? Нет, там было наверху пусто и 3 пустые нарты. А, ну я сейчас... Так, короче, у меня 2 угля, 17 досок, я бегу на корабль, чтобы хоть как-то его двинуть. 2 угля? А мы можем поглубже тут посмотреть и всё. Интересно, они чинят корабль? Как будто нет. И это... Кекс, ты что, мав? Да, я мав. Кекс, что на корабле произошло? Печально, безнадега, чат. Ребят, а чё вы не чините корабль? Ребят. Ладно. Я нашла только 2 доски. Понятно. Если у вас есть шестеренки. Так, я принесла гвозди, доски, уголь. Блин, Дина, кайф. Так, я кидаю вам вот это верстак. Вот это все кинуло верстак. Вставайте кто-нибудь за штурвал. Будем у греться. Нас опять взорвали порох. Я поняла, я поняла. А, срочно чините, пожалуйста, дырки. Кто-то встаньте за штурвал. Я чиню. Встаньте за штурвал кто-то. Стою. Угу. Бьют. Дангар, это Дангар. Дангар. Выкидывает, убивает. Дангар. Да не Дангар это. Это Дангар. Меня убил Дангар. Он еще и в воду меня не смог скинуть. Ладно, короче. Кинул, это Дангар. Бейте, да Дангара! Понятно, что это Дангар. Все, все. Да и подожди, не выкидывай его. В нем может быть что-то. Да не выкидывайте меня, вы че? А, ты топливо не закинула, господи. Я по одному. Помогите, так, я Кайф, я умираю. Гвоздей нет, да? Есть. Гвозди я все положила в верстак. Как же, мне не стыдно. Поехали. Давайте да я встану ночь, за штурвал. Я сейчас умру. Я встану за штурвал, потому что давай, я умираю. Давай, я первый, уже. Я уже первый, я тоже умираю. Иди погрейся. Я просто, Дим, я от голода умру, а не от этого. Иди грейся. Съешь кусок Дангара, я труп рядом со штурвалом. Умру. Я поплыла. Главное, Дим, не влезай, не врезайся. А мне стреляют. Блин, где кусок? Чё произошло? Есть доски какие-нибудь, что-нибудь закидывайте, что угодно. Да, есть 3 доски, я пошла закидывать. Или нет? Ребят, можете открыть, пожалуйста. Да, будь, пожалуйста. Ну все, я умираю. Минус 3, я уже на коленях сейчас открою, погоди. Да, я уже иду, я уже точнее ползу уже. Скоро буду. Понятно. Все. Опять вас развели на Бейла. А вы я не понимаю, а кто порох подкидывал? Я тоже не понимаю, каждый раз, блин, Бейл скидывают и все, и просто по прямой. Ребята, а кто испортил первоначальный уголь? Чтобы знать я. Просто. А могут? А зачем? Случайно. Ну, но это же первоначальный уголь. Какой первый ты? А, который самый первый? Да, самый первый. На корабле не нашли. В начале. А кто тогда?
Ну, мы не трогали. Да это я передержал. Случайно, говорю же. Это было не намеренно. Понятно. Аркадий. Ну, хоть опыт получили какой-то. Ну, ладно, спасибо всем за игру, до свидания. Да, спасибо за игру. Спасибо. Давай, пока-пока. Счастливо всем.